действительно начать свою работу с людьми, если можно так назвать, не тогда, когда уже люди приходят на прием, и я понимаю, что уже есть проблема, и уже надо точить ножи, и уже надо что-то делать, и срочно кого-то беременеть, кого-то лечить, а сделать так, чтобы людей приходило поменьше к нам. Я не думаю, что мы будем страдать от дефектуры работы, но если кто-то что-то услышит пораньше, чем придет на прием к гинекологу или репродуктологу, это было бы просто совершенно замечательно, потому что, в общем, это будет означать, что вы вылечили себя сами, это была, в общем, старая мечта всех земских докторов, поэтому к ним мы, в общем-то, и возвращаемся. Я думаю, что двумя отправными точками сегодняшнего разговора будут два момента. Первое – это тот огромный вал информации, который есть у вас в компьютере, у меня в компьютере, у любого моего пациента. Нажимаешь «Как вылечить хламидию», и ты через 10 минут можешь лечить всех остальных. Это, с одной стороны, безусловно, хорошо, потому что, ну, если в сито в голове есть, не знаю, как оно выглядит, но, в общем, оно должно быть, то ты, конечно, зерна отделишь от того мусора, который есть. Но, к сожалению, информация абсолютно не фильтруется. Кто что подумал, тот и написал. Это касается и людей обычных, и докторов, и супердокторов, и так далее. Поэтому, конечно, для нас, с одной стороны, это друг, и мы пользуемся форумами, пользуемся онлайн-консультациями и так далее. С другой стороны, это бесконечный камень, который приходится прошибать и пробивать вот эту вот лысину, скажем так, объясняя пациенту, что вот так не надо, так не надо, так не надо. Поэтому я думаю, что, я так надеюсь, по крайней мере... Я попробую. Давайте. Ага. Что, может быть, все-таки до России докатилась вот эта вот история, когда не только врач, дай бог, знает, как лечить пациента, но и немножечко пациент все-таки должен быть ориентирован в себе. Я не говорю о том, что спасение утопающего – ваше дело, безусловно, но то, что надо хотя бы понимать какие-то базы, основы, азы, фильтровать, где что стоит делать, а где не стоит, я думаю, что, в общем, это интересный путь, который можно было бы нам начать. Работать. То есть ваша родная штука. Родная. Ага. Второй, ну, это, собственно, да, два наших героя, которые, да, что приятно, что, понимаете, и за рубежом есть такая проблема, и в российской медицине, то есть это, в общем, не только проблема России, это проблема, в общем, всей медицины, которая есть. С другой стороны, вторая позиция, которая для меня важна, это то, что вообще-то, по большому счету, врачом быть достаточно легко в современном мире, я имею в виду, клиницистом, который вот сидит перед пациентом и что-то ему рекомендует. Потому что весь мир основной, не российский, к сожалению, живет на неких документах, которые проходят проверку всем, чем только можно. Я не буду ни в коем случае влезать там во все эти наши мета-анализы, рандомизированные исследования. Это абсолютно наша кухня, вам не интересно. Проблема в том, что прежде чем что-то назначить, кому-то рекомендовать, сказать вам сдать мазок или пойти сдать, я не знаю, мочу на что-то, врач должен понимать, что он хочет после этого анализа получить и что он вам назначит в случае одного результата и в случае второго результата. Поэтому вся медицина, она в Европе, в Америке и в любых других странах, она привязывается к уровню доказательности методов. Когда я первый раз в Норвегии начала врачевать, скажем так, мне тогда казалось, что это именно так называется, я никак не могла понять, почему при угрозе прерывания беременности основной метод лечения этой угрозы – это лечебно-охранительный режим. Это значит, что беременную клали в палату, выключали свет, к ней можно было заходить в тапочках, шепотом разговаривать, и, собственно, на этом все заканчивалось. Можно было еще вести какие-то беседы, но, собственно, препаратов никаких не было. На что мой, собственно, правильный был вопрос: нож, папаверин, магнезия и вообще целый арсенал медицины, который есть в любом отделении в городе Москве, люди тогда просто влезли в поисковые базы и сказали: вы знаете, а эти препараты не получили ни одного доказательного исследования, поэтому они не имеют права использоваться. Тогда, 15 лет назад, для меня это был шок. А на самом деле, в общем-то, там вынашивают не хуже, рожают не хуже, болеют не больше, при этом используя совершенно в разы, в десятки раз меньшее количество препаратов, которые существуют. Поэтому вот дальше в разговоре я периодически буду ссылаться вот на эти циферки. Смысл тоже в них, в общем, маленький. Мы говорим о том, что если что-то, метод, таблетка, там,
инъекция, диагностика что-то получила высокий уровень доказательности, это значит, что было проведено огромное количество исследований на огромном количестве центров. Не просто потому, что Марья Ивановна с центра Напарина так считает, а потому что это действительно были данные, которые были правильно собраны, которые могут предлагаться нами, вам. Вот так вот живет мир, при том, что проблема вот этой вот глобальной информации, она существует. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы сегодня немножечко абстрагировались от как бы ситуации того, что творится у нас, немножечко приподнимемся и попытаемся уйти вот от того, что сейчас происходит. Это я просто ради интереса, обычно я это своим докторам показываю, мы разбираем построчно, собственно, все наши документы. Я ни в коем случае не хочу ругать там нашу страну и так далее, но те люди, которые пишут те документы, по которым мы вас должны лечить, они, к сожалению, часто бывают не имеют никакого отношения к нашей эффективности работы. Они подстраховывают меня как врача, чтобы в карте все было классно, чтобы мочу вы сдали 15 раз, чтобы кровь была сдана там, в таких-то лабораториях и так далее. Но то, как я с вами сработаю, эти документы никаким образом мне не раскрывают, не объясняют и не показывают. Поэтому на практике, к сожалению, получается так. Кто как из нас научился в институте, и кто как из нас чего читает дальше, а кто-то не читает, тот, соответственно, так и лечит. Поэтому вот эта проблема 20-30-летнего опыта работы, который вот сейчас по Поверинам в попу, она, в общем, существует. Поэтому вот это вот российская действительность. Европейская и любая другая действительность гораздо интереснее, когда выпускаются действительно с определенной периодичностью определенные документы, которые вот действительно ты не соображаешь ничего в сахарном диабете, и ты решил, собственно, понять, как нужно на сегодняшнем этапе все это дело лечить. Ты взял, прочитал, ты сдал определенные экзамены, ты прошел определенную проверку, и, по крайней мере, ты не надуришь. Поэтому мы стараемся в нашу работу вот внедрять именно вот этот левый блок. У нас, конечно, плохо получается, потому что проверяют-то нас по-правому, но лечить мы можем себе позволить по тем документам, которые доказали свою, в общем-то, эффективность. Мы знаем, что мы всегда отобьемся, и самое главное, что мы вам не повредим. Поэтому, в общем-то, я предлагаю, вы, наверное, тоже сами 10 раз эти слова, может быть, кому-то говорили или слышали и так далее, на вот эти там полчаса или там час, которые нам выделили, забыть вот эти вот штуки, потому что это вот интересно поговорить там в парке, это интересно с мамой обсудить, я не знаю, кому-то еще что-нибудь там в баре что-то обсудить, но для того, чтобы применить к себе эти слова и что-то себе назначить просто потому, что кому-то это помогло, вот последняя фраза, это через раз у моих пациентов, пожалуйста, дайте мне что-нибудь, если, да, есть такой у нас еще момент, что если врач после приема вам не назначил какое-то количество интересных, красивых препаратов, у вас возникает чувство недосказанности, что вас не полечили. Поэтому, к сожалению, это тоже проблема такая, да, с которым сталкиваются у нас в клинике, работает большое количество иностранных коллег, они никак не могут понять, почему пациенты недовольны приемом. Мы им ничего не назначили, мы им просто сказали, что они хороши, или они, может быть, не очень хороши, но мы просто наблюдаем ситуацию, потому что ничего делать нет. Мы требуем наркотиков, которые мы должны дома принять, завтрак, обед, ужин и так далее. Поэтому это проблема и пациентов, и наша общая. Ну, в общем, если мы двинемся в одном направлении, в какой-то момент мы встретимся. Поэтому вот сегодня мы об этом разговаривать... не вопрос. Вопросы зададите, отвечу. Но я постараюсь не рассказывать вам мою любимую тему рождения детей вот с этих позиций, потому что, в общем, это ни о чем. Ни в коем случае не хочу про спорт плохого сказать. Я хочу сказать следующее, что наша голова... она, к сожалению, имеет такую потрясающую способность формировать патологические связи. Я съела одуванчик, и после этого у меня волосы выросли там, где надо. Или там, я выпила эту таблетку, или вот мы съездили в отпуск, и после этого все получилось. Это интересно, опять же, там, для дома, для разговора, но это ни в коем случае нельзя никак связывать, как у нас это часто делается даже в медицинском мире. Вот мы 30 там, пациентам назначили такой-то препарат, и у них все стало классно. 30 пациентов для серьезной медицины – это, в общем, разговор в песочнице, поэтому вот эти вот связки, как и негативные, так и позитивные, я со своими докторами тоже периодически не то что борюсь, а когда вот я чувствую, что у кого-то в голове начинает патологическая импульсация, просто садишься и бьешь фактами, что эта импульсация исключительно эпилептический припадок и более ничего. Надо все-таки на литературе и на документах основывать свое назначение, свое понимание препаратов.
Вот этот вот документ, я думаю, что он в какой-то момент, он, видите, 2011 года, у нас есть такой потрясающий Королевский колледж акушерства и гинекологии, это одно из наших уважаемых очень учреждений английских, который выдает из себя с определенной хорошей периодичностью некоторые документы, которые очень интересно читать. Это мой вольный перевод вывода, при том, что документ очень большой, он рассказывал о том, что может делать репродуктолог, какие есть варианты лечения бесплодия, какие потрясающие достижения в эмбриологии и так далее. На самом деле он выдал две потрясающие идеи, которые вот меня, собственно, мне сейчас и изменяют то, что я стою перед вами. Первое, то, что уже можно по этому поводу ругаться, не ругаться, там, плакать, веселиться. Это реалия. То, что мы начинаем рожать позже. Ситуации, когда в 20-25 лет вышел замуж, забеременел, родил троих, и к 40 годам ты уже ушел на пенсию, такого уже нет. Поэтому мы можем среди молодежи что-то там рассказывать и так далее. Но, к сожалению, пропаганда определенная, ты должна, ты прежде всего ты и так далее. Она, в общем, имеет место быть. Поэтому, судя по всему, вот этот возраст первородящей женщины, он будет сдвигаться и дальше. И чем дальше и лучше, может быть, мы будем развиваться, тем хуже будет этот возраст. В той самой Японии это 40 лет, в той самой Норвегии это 42 года, у меня в отделении это 38 лет. То есть, в общем-то, можете себе представить, да, человек прожил 37-38 лет, и тут вдруг ему бахнуло по голове, что кроме собаки можно завести еще ребенка. Поэтому вот это уже факт, и, наверное, он не изменится. А второй факт очень интересный. Вот несмотря на все то, что есть, мы этим не справимся. То есть, конечно, я могу сделать там очередную 1000 детей в год, и в каждом там городе нашей страны кого-то поприбавится. Глобально демографическая проблема, конечно, не решится в этом плане. А решить ее может, видимо, и никто другого ничего не придумал. Правильное информирование человека, причем даже девочки или мальчика, который пришел совершенно по другому вопросу к гинекологу, к районному, к школьному, к институтскому там на осмотре и так далее, не значит, что там бабе век короток, беги быстрее, рожай и так далее, а просто четко объяснять, что важно, что не важно, это сложно. В государстве 12 минут на пациента выделено, за 12 минут надо не только успеть снять и посмотреть, надо еще и, в общем, с человеком как-то поговорить. Поэтому это очень сложная задача, но кроме как бы нас, судя по всему, ее никто поднять не сможет. Поэтому я думаю, что действительно, если мы что-то и сможем сделать, ну, хоть как-то, понемножечку, это действительно просто рассказывать, что мы знаем, что мы можем вам рассказать, что действительно страшно, что не страшно, где можно подождать, где нельзя подождать девчонкам и мальчишкам, которые сегодня и завтра не собираются рожать. Моя собственная дочка, когда была в школе на медосмотре, пришла вот с такими круглыми глазами, услышав очередной опус гинеколога о том, что она больна на взрыв, на все органы и так далее, с ужасом того, что она никогда больше не пойдет к этому врачу. Вот, и кроме как ко мне ее загнать не удалось. Ну, в общем, это вот наша дефектура работы, это работа нашего министерства, это к вам никакого отношения не имеет. Но первичная профилактика, о которой мы всю жизнь так мечтали и в Советском Союзе, и в любых других странах, в общем, она оказывается, в общем-то, самая действенная и выходит на первый рубеж. В двух словах, цифры терпеть невозможно, но просто к тому, чтобы вот вы нарожаете сами, может быть, уже нарожали детей, все-таки смотрели на эти цифры и немножечко, может быть, чуть-чуть по-другому ориентировали своих дочек, своих сыновей к их деторождению. Ну вот тут видите сравнение с 87-82 годом, что у нас происходит, да, то есть было 4%, стало каждый десятый рожает первого ребенка после 35 лет, и треть рождает в промежутке 30-34. Это детородный возраст, ничего в нем страшного нет, но вероятность осложнений, вероятность ненаступления беременности, конечно, гораздо выше, чем в 20-25. Поэтому тенденция есть, в общем-то, мы о ней уже можем даже не сказать. В результате всего этого вот мы имеем вот это, вот, да, то есть, наверное, если ты родила первого ребенка в 35 лет, наверное, ты уже троих не осилишь. Поэтому вот этот вот коэффициент 1,7 ребенка на семью, он, к сожалению, остается, и у нас уже героем признается тот, кто родил двоих. Вот, хотя, в общем, это, конечно, не совсем то, что нам надо. Ну, бесплодие, понятно, это уже наша тема. И, опять же, ничего против я не имею этого течения child-free. Каждый волен жить
для того, чего считает нужным. Проблема другая. Даже среди своих пациентов, которые вроде как головой бьются об стенку и хотят ребенка, и кричат на меня, когда у них этот ребенок не получается, среди них тоже очень много так называемых child-free. Мы все немножечко подвластны тому, что народ говорит, что мама нам говорит, подружка родила, а у друга уже третий ребенок, и вот что-то мы в этом деле отстаем. А сейчас не модно не владеть своей жизнью, отставать в чем-то. Поэтому, в общем-то, наряду с достижениями на работе, спорт, кстати, не в обиду, опять же, будет сказано, тоже для многих является некоторой отдушиной. Не потому, что кто-то любит действительно фанатично и хорошо заниматься спортом, а просто боится реализоваться в другой области. Такие штуки у нас тоже случались. Так вот, когда это child-free такая навязанная, немножко нечестная по отношению друг к другу, то, в общем-то, это тоже заставляет некоторое количество, даже не пациентов, а просто, наверное, людей, в общем-то, избегать этой проблемы и не приходить к гинекологам до последнего, а потом, вот как ко мне вчера записалась женщина 72 лет на предмет того, что она все-таки созрела, да. Вот. То есть вот до таких кошмаров доходит, поэтому... То, что мы задерживаем наше материнство, в общем, это не страшно, но мы должны понимать, чего мы можем в какой-то момент сами от себя требовать. Очень модно, вы знаете, наверное, может быть, в ваших организациях модно показывать кресты. У нас тоже есть свой страшный крест, который нам безумно не нравится, но он тоже есть. Если вы посмотрите, точкой пересечения является 38 лет. Для нас это возраст такой от и до. До 38 лет мы прилично размножаемся и даже мало выкидываем тем, кем мы забеременели. После 38 лет ситуация абсолютно меняется. То есть, если даже такое простое сравнение, я делаю цикл ЭКО пациентки 37,5 лет, это будет одна эффективность. Если я буду делать ей цикл ЭКО 38,5 лет, это будет при прочих равных ситуациях совершенно другая эффективность. Поэтому для нас, и не только для нас, вот этот возраст 38-летний, женский, я сейчас про женщин, мужчины у нас на десерт останутся, действительно, он для нас очень важный. Мы даже когда в обоснованиях собственных диагнозов, мы пишем, учитывая такой-то возраст, потому что в данном случае он будет являться самым главным, который будет определять, что я буду пациенту говорить и куда я его буду направлять. Поэтому вот эта вот история, она заставляет нас, в общем, выходить к пациентам и разговаривать все-таки более уже прицельно. Сегодня я хочу построить разговор о том, что бы мне хотелось, чтобы вы знали, может быть, вы знаете, может быть, вы действительно мне что-нибудь расскажете до того момента, как, дай бог, никто из вас не придет к нам, но... Очень бывает обидно, когда человек приходит на консультацию, и он вообще вот в этом вообще даже не плавал. И вот это вот как раз проблема достаточно серьезная, потому что вы видите, тут не медицинские вопросы. Я тут не спрашиваю размер матки, количество фолликулов, количество сперматозоидов в сперме и так далее. Это все то, что, в общем, то, из чего состоит наша жизнь, и то, что мы должны знать. И бывает иногда катастрофически такая, ну, можно назвать это смешной ситуацией, если бы это не было бы правдой, что на такие простые вопросы люди мне не отвечают. Либо отвечают так, что у меня волосы шевелятся, я понимаю, что ни при каких условиях эта пара бы не получила беременность, если бы она не пришла кому-то из нас на консультацию. Поэтому я предлагаю пробежаться по каждому из пунктов. Я думаю, действительно, это, в общем, может интересно каждому, чтобы понимать, от чего стоит отказываться, от чего можно себе позволить. Потому что, в общем, абсолютное здоровье, наверное, такого понятия нет. Что-то в чем-то себе можно позволять. Что такое половая жизнь, я не буду, конечно, объяснять, хотя разновидности их мульон. Меня интересует, как вы предполагаете, с какой частотой должна делать пара эту половую жизнь, чтобы оптимально достигать беременности? Какие у кого варианты есть? Каждый день. Нет, три раза в неделю. Там же не устанавливаются. Ну. Даже овуляции. Да, через день нет, период. А у мужчин есть какие-нибудь версии, нет? Значит, я читал об этом в книге. Просто. Видно. Значит, смотрите, вот за такую короткую секундочку вы мне на самом деле выдали два основных трабла, которые есть в российской медицине, и они неискоренимы. Первый кошмар, который мы пытаемся вытащить из пациентов и орём на наших медицинских тоже лекциях, симпозиумах и так далее, о том, чтобы никто из нас не заставлял вас жить половой жизнью по часам и по дням. На самом деле история страшная, потому что когда ты получаешь этих мужчин, которые в течение полугода-года подводятся к кровати в определенные дни и часы,
и должны быть к этому моменту готовы. Я вас уверяю, у меня были, к сожалению, ситуации, когда мужчина отказывался в принципе заниматься этой ситуацией, причем глобально, с этой женщиной жить, продолжать союз и так далее, потому что, в общем, никто из нас не хочет чувствовать быком-осеменителем. И, в общем, как все-таки, кроме деторождения, в этом есть какая-то... Какое-то удовольствие. Поэтому вот эта вот история, которую вы можете прочитать, на самом деле, на многих сайтах наших медицинских о том, что советуется жить половой жизнью именно в переовуляторный период, когда вероятность наступления беременности велика, это, в общем, абсолютная неправда. Второй момент – это действительно, чем чаще, тем лучше. Не работает. И кто-то из наших урологов очень весело прокомментировал эту ситуацию, что, в общем-то, ежедневные половые акты там иногда, иной раз и чаще и так далее, является практически 100% гарантией неполучения беременности, потому что подвижность и объем спермы и сперматозоидов не успевает восстанавливаться. Поэтому, опять же, для удовольствия дело каждого, для попытки зачатия это совершенно уже другая история. Поэтому, собственно, это не мы придумали, это придумали те документы, на которые мы ссылаемся. Тут не читайте на английском, я все пешком скажу. Как раз, в общем, да, посмотрите количество лет наблюдений за этим делом. То есть, действительно, мы просто говорим о том, что нужна регулярная половая жизнь. И мы долго стеснялись этого дела, потому что к гинекологу мы все пошли, чтобы мужчин не видеть в своей практике, но приходится об этом говорить. Вот. При этом очень часто получается, что у мужчины и у женщины частота разная в этом браке. И это на самом деле тоже надо учитывать, потому что нас в данном случае интересует частота обновления спермограммы для зачатия. Поэтому прежде всего мы действительно, не стыдясь и не пряча лицо, спрашиваем о том, как это происходит в семейной жизни. И иногда вот действительно тут приходится разговаривать сначала с мужчиной, потом с женщиной, и ты какую-то среднюю находишь величину. Поэтому этот момент, он, ну, скажем так, является первым и главным. Второй момент, очень часто бывает грустно то, что мы ничего не знаем о собственной семье. Может быть, вам это покажется немножко таким скучным на приеме у доктора, когда чем болела мама, бабушка и так далее. На самом деле, если копнуть, выясняются потрясающие какие-то такие вещи, которые ты никогда бы не увидел у пациента, проанализировав просто бы его анализ. Вот один из последних случаев, когда ко мне пришел мужчина достаточно с тяжелой патологией спермы, когда с ним мучились, и, в общем, тяжело там было найти сперматозоиды. Мы смотрели на него, и мне как бы в голову втемяшился вопрос, потому что у нас там случился пожар в отделении, был запах очень неприятный. Я говорю, вы знаете, так плохо пахнет, давайте мы откроем окно. И вдруг мужчина мне говорит, а почему пахнет, вообще не пахнет? Я говорю, минуточку, вы запахи вообще... Он говорит, ну нет, ну какую-то гниль кошмарную я, конечно, учую, но в принципе здесь вообще ничем не пахнет. А это очень интересный симптом, потому что патология спермы с анасмией, так называемой, с нечувствительностью. И оказалось, что у него папа такой же, и оказалось, что мама никогда не покупала духи, потому что папе было абсолютно без разницы, чем пахнет мама. То есть в данном, вот при таком детальном опросе выясняется очень много интересного. Поэтому для нас, когда передо мной сидит только женщина, мы всегда спросим, сколько вокруг нее детей, я имею в виду ее братьев и сестер. Если вдруг она одна, мы всегда попытаемся допытаться, а почему? Это был осознанный выбор мамы, и было ли у нее там 15 абортов, или у нее было 3 выкидыша. Не всегда, безусловно, эта информация, ну, скажем так, позиционируется, но уж когда женщина придет с проблемой, уж мы-то, в общем, это дело вытащим из памяти родителей. Вот. Было бы хорошо, конечно, если бы, в общем, каждый из нас об этом знал. Но это вот уже чисто медицинские вещи, да, тоже нам бы хотелось бы знать, чем страдали бабушки, дедушки, тети, кровные родственники вот из таких вот заболеваний, потому что это действительно очень важно. Ну, раки – это вообще отдельная тема, потому что сейчас, может быть, вы слышите, может быть, не слышите, сейчас набирает обороты такая интересная вещь, как онкофертильность, поскольку все-таки мы научаемся лечить онкологических пациентов лучше и больше и хорошо. Они выживают, здоровеют и хотят размножаться опять же. А мы ничего уже не можем сделать, потому что мы все внутренние органы убили. Поэтому вот с этими пациентами существует определенный алгоритм взаимоотношений, когда они прекрасно после излечения получают своего собственного генетического ребенка. Но рак, мало все знают историю Анджелины Джоли, многих, в общем, людей, которые являются носителями БРСА и так далее. То есть это тоже определенная модификация моей там, или любого другого репродуктолога, если в семье такая штука есть. Ожирение – это вообще все наше любимое. Здесь, конечно, говорить об этом не очень, но все равно скажем.
Сахарный диабет и тромбозы в молодом возрасте – это тоже очень важная история, от чего умер папа, от чего умерла мама, в каком возрасте у мамы вырезали миому. Ну, в общем, вот все вот эти вот штуки, конечно, бы хотелось бы, пока эти родственники живы и могут нам что-то о себе рассказать, в общем, чтобы женщины наши были ориентированы. У мужчин немножко другая история, они ориентированы еще хуже, потому что пошел в институт и ушел из семьи, больше никого не знал. Но, тем не менее, тоже очень важная история, учитывая, что мужской фактор, видимо, не собирается останавливаться, тоже мы, в общем, мы их опрашиваем достаточно пристально. То же самое, братья и сестры есть, болезни отца, деда. Причем, ну, это я так в общем пишу, потому что тут нет смысла об этом говорить более подробно, но нам нужно знать гипертонические болезни, нам нужно знать псориазы, нейродермиты, аутоиммунные заболевания и так далее. То есть, конечно, там ОРЗ и, наверное, тонзиллит нас не очень будет интересовать, но тем не менее. Очень большое количество выкидышей обусловлено мужским фактором, поэтому бывает ситуация, что у меня сидит мужчина на приеме, а у него в семье до него его родители выкинули трех малышей. Протоковые болезни – это вещь очень, знаете, специфичная, и на самом деле нет такого ни в коем случае в МКБ данного пункта. Но это очень интересно, потому что, как вы понимаете, сперма выделяется оттуда, откуда она выделяется, с помощью протоков. А протоки в организме бывают разные. Бывает желчевыводящий проток, бывает мочеточник и так далее. Бывают бронхиолы, которые тоже формируются как протоки. И вот если в семье существует некий трабл, как мы говорим, по вот именно протокам, все с холециститом, все с панкреатитом, все с какой-нибудь бронхоэктатической болезнью и так далее, а у меня мужчина сидит с азооспермией, это определенный для меня сигнал тестирования пациентов на определенные генетические заболевания, которые позволят мне не родить больного ребенка. Поэтому даже вот такие вот вещи, вот всю жизнь там папа мучился с холециститом, и что-то вот у него вечно то вырезали, то не вырезали, это тоже может быть для нас интересно. Ну, ожирение и так далее, это все абсолютно одинаково. Итак, про семью мы выяснили, дальше вот пошли все наши вкусняшки, курение, алкоголизм и прочее. Что интересно, ну, понятно, если говорить в общем, по всем понятно, что это не полезно, судя по всему, это однозначно совершенно. Но очень разный вклад курения вносит в состояние женщины и в состояние мужчины. Нам тут, в общем, в данной ситуации, может быть, повезло, может быть, нет, кто как в общем, расценивает эту историю. Но вот эти три пункта говорят о том, что на нас мало того, что влияет активное курение, на нас еще, к сожалению, очень серьезно влияет пассивное курение. Даже если мужчина заботится о нас, идет в туалет, покуривает, а потом возвращается обратно, мы получаем ту дозу никотина, которая может приводить к снижению функции яичников. И в данном случае, ну, есть такое, знаете, вузовское хитрое определение, что курение до 5 сигарет не является курением. Мы, конечно, говорим это, когда видим глаза вот на ниточках, что как же так, я брошу курить. Поэтому мы говорим эту фразу, что там 3-4 сигареты, ладно, бог с вами. Но на самом деле, действительно, тяжелейшие случаи истощения яичников в 20, 25, 30, 35 лет, то есть когда женщина только в мозг вошла и хочет что-то начинать делать, а яичники уже у меня не работают. Поэтому курение для женщины в любом своем проявлении на функцию деторождения сказывается достаточно серьезно, особенно начало курения в юношеском возрасте, 14-15 лет, когда идет становление всей этой функции. Поэтому, когда к нам приходит пациентка и говорит о том, что она 20 лет не может забеременеть, а у нее все документы пахнут тем табаком, которым она курит, в общем, мы имеем шанс положить ногу на стол и объяснить ей, где ее место. Что касается мужчин, тут гораздо интересней. Есть куча работ, когда взяли сперму, вдохнули никотином, и все умерло. Это все понятно. Но мужчина, который выдает сперму вот так, это все-таки не чашка Петри. Поэтому, как оказалось, что легкое покуривание, а легкое покуривание для мужчин считается где-то вот 5-10 сигарет, по большому счету в сутки 24 часа. 20 сигарет в день – это уже тяжелый курильщик. В общем-то, не показывает четкой связи с ухудшением качества спермы, а даже если в каких-то исследованиях показывает, не показывает с возможностью размножаться. То есть теоретически на работе, там, на отдыхе и так далее, мужчине вроде бы можно позволить выкурить 1-2-3 сигареты, и вот с этих позиций на него влияния не будет. При этом, вот видите, красненьким выделено о том, что мы сейчас с вами не говорим про инсульты, инфаркты и прочее, что однозначно связано с курением. Поэтому если нас прежде всего от мужчины интересует его факт размножения, как он будет размножаться в инсульте или нет, нас не интересует, то в данном случае мы можем позволить ему покурить, сделать свое дело и уйти.
Что касается алкоголя, вот это тоже очень интересный момент, потому что у нас пациентки все-таки немножко своеобразные люди, они действительно хотят вот такого некого перфекционизма. Я вот решила зачать ребенка, это все вокруг построились сразу быстро, поэтому я хочу начать жить по-новому, и поэтому мой муж начинает ходить там в льняных штанах, и не курить, не пить, в общем, много всего. Да, с бородой мыться 2 раза в неделю и так далее. Что касается алкоголя, я думаю, вы лучше меня знаете, да, что есть понятие юнита, так называемого, то количество алкоголя, которое, в общем, считается, не влияет на нашу и мужскую функцию деторождения. Вот для женщин все-таки приняли внимание, что от 1 до 2 юнитов, чуть ниже объясню, что это такое, 1 или 2 раза в неделю не должно сказываться на деторождении. Для мужчин эта рекомендация лучше. Вот, и для них разрешено 3-4 юнита в день. В общем, мы этому не очень против... Сейчас там следующий слайд покажет. Проблема в другом. Это европейское пьянство. Европейский мужчина может прийти с работы, налить себе бокал вина, 2 бокала вина, посмотреть футбол и пойти в спальню. Российский мужчина тоже может так сделать. Но очень часто он получается так, что пятница заканчивается в понедельник. И вот эти запойные вещи, даже если мы не превысили количество юнитов, там считается в неделю 14 союзиков нельзя больше выпить, запойное пьянство, оно убивает наповал все, что можно. Поэтому Вот это действительно называется европейское пьянство, которое, в общем, нашим пациентам разрешено. И мы даже в программах ЭКО не запрещаем это дело, потому что стресс достаточно серьезный. То, что ты с такой интимной проблемой пришел, и вообще куча народу участвует в твоих вот этих вот интимных историях, в общем, там действительно голову на бок сворачивает. Поэтому мы ни в коем случае не запрещаем после работы мужу что-то где-то там налить, на каком-то празднике и так далее. Объясняю, у меня просто была неприятная один раз в жизни ситуация, когда мы разрешили, а человек ушел и не вернулся. То есть он уже вернулся 3 дня в больнице. Вот. Поэтому мы всегда говорим, что вот вы вдвоем садитесь, или втроем, или неважно с кем, и вот бокал 2 вина, соответственно, мы с вами можем выпивать. Вот это вот тот самый юнит, 10 мл чистого спирта. Вот оно, привязка к тем напиткам, которые, в общем, разрешены. Единственное, здесь табличка показана, видите, в сутки. Это для человека, который не планирует беременность, да, то есть, я не знаю, 150 мл, это, наверное, бокал. Бокал вина в день женщине, которая не планирует беременность, не скажется на ее здоровье, она, наоборот, будет, в общем, ласковее, разговорчивее. Если она планирует беременность, то вот эти 150 растягиваются на 1-2 раза в неделю, что тоже, в общем... А если женщина планирует, то в юните мужском надо написать 750. На самом деле, да, у нас многие программы ЭКО не состоялись, просто потому что мы вовремя мужчине налили, и они все делали без нас. Поэтому это примерная рекомендация, которая... Тоже мы об этом говорим, потому что у нас тоже были истории, когда пациенты сидели, и на консультации их волновал только один вопрос: когда надо закончить пить, а когда можно начать пить. То есть вот мы сейчас сделаем ребенка, а потом как-то он сам будет дальше жить, а мы будем дальше продолжать пить. Это при том, что, это я не говорю ни о каких-то социальных историях, это хорошие люди, которые хорошо и нормально работают, но тем не менее вот эти вот проблемы существуют. Поэтому в режиме, опять же, вот Европы, пьянство мы, в общем, не будем запрещать. Вот это наш, на самом деле, наша большая очень проблема. Действительно, может быть, вы ее с ней не сталкиваетесь, не видите, но для нас это колоссальная проблема. Только сегодня я вылезла из операционного стола в очередной раз, ругаясь на саму себя, потому что я позволяю запускаться в программу ЭКО женщин там 80-90-100 килограмм, и ничего я сделать с этим не могу, а это, в общем, достаточно тяжело с ними справиться в наркозе. Поэтому проблема ожирения и избыточной массы тела для нас катастрофически очень остро стоит, и мне-то поздно об этом говорить. Когда человек ко мне пришел, он уже, у него в глазах по ребенку, ему говорить про то, что ваши килограммы, мадам, никак, он не услышит, он не поймет, он пойдет и куда-нибудь все-таки сделает эту программу ЭКО. Но вообще-то в хороших нормальных странах, в хороших нормальных клиниках существуют очень четкие договоры, когда мы можем пациента брать, какой риск осложнений, какой риск вероятности наступления беременности, выкидыша и так далее, в зависимости от того, от той массы тела, с которой она пришла. Причем у нас это тоже немножко работает, но работает немножко, как всегда, криво. Вот один из последних, я уже тоже несколько раз нашим докторам рассказывала, мы порадовались, но порадовались
Так, с горькой усмешкой, потому что это не врачебная история. Все мы прекрасно знаем, что существует страховая медицина, и в некоторых страховых компаниях программу ИКО можно выполнить за их деньги. Для того, чтобы они одобрили вас в программу ИКО или неважно в какую другую программу, вы должны выдать некий медицинский репорт о том, что из себя представляет пациент. Так вот, один из последних случаев, когда нам страховая компания отказала, не по причине того, что мы предложили неэффективный метод лечения или доказательный, или еще какой-то и так далее. Они просто посчитали соотношение роста и веса, выяснили, что вероятность наступления беременности ниже, вероятность осложнений больше, и сказали, что пока пациентка не изменит вес вот в такую-то сторону, страховая ей оплачивать не будет. Перед пациенткой, собственно, есть действительно выбор. Либо платишь ты 300 тысяч и идешь в том состоянии, в котором ты есть, либо ты принимаешь на себя вот эту вот историю, худеешь и приходишь через полгода. Это потрясающе хорошо, потому что хотя бы такими силовыми методами можно, собственно, людям объяснить, что к чему. Про индекс массы тела, я думаю, вы все не раз себе это дело считали. Это, в общем, тоже очень такая интересная игра. Для нас принципиально важно вот эти вот два варианта отсечки, 25 и 30, потому что до 25 у нас все хорошо, после 25 мы начинаем крайне резко страдать в качестве нашего лечения и так далее. Поэтому не стесняемся, меряем на консультациях этот индекс массы тела. Это не идеальный показатель. Можно на самом деле иметь избыточную массу тела за счет неправильного расположения жира и при этом иметь идеальный индекс массы тела. Еще раз? Сложно сказать, потому что все исследования привязаны именно к индексу. То есть, по большому счету, если есть абдоминальный тип ожирения, нет, если наоборот худой. Худой, то же самое, дефектура массы тоже будет влиять. Там тоже покажу. Ну, на мужчин нет, вам не вынашивать беременность. А на женщин? А на женщин, да, дефицит масс тела. У нас многие пациентки, мы не брали их в программу, заставляли мужей, тут имеет смысл с мужьями говорить, женщина не слышит этого, заставляли мужей кормить в хороших, красивых ресторанах, чтобы это было оформлено не как откармливание, и при этом беременность наступала часто, опять же, без нас. Поэтому дефицит массы... Просто это не так актуально. Я там за практику могу вспомнить, наверное, 3-4 человека. А с ожирением я могу назвать там под 500 человек, которые у меня пытаются ходить и беременеть. Вот, да. Я поэтому я здесь, потому что я как бы понимаю, что мне их надо куда-то направлять. В общем, я так думаю, что вы одна из тех организаций, куда можно переориентироваться. Угу. Второй показатель гораздо более интересный. Это обхват талии. Тоже для нас был немножко новый, потому что, в общем, чаще всего там, да, 90-60-90 – это, в общем, не про нас история, но на столе всегда лежит сантиметр, и мы тоже месяца полтора промучившись, перестали стесняться и начали просто обмерять наших пациентов. Мужчин, женщин, все, кто попадался нам. И вот эти две цифры, они тоже для нас очень важны. На самом деле 80 сантиметров талия – это вообще-то хорошая талия. То есть человек не производит впечатления какой-то бочки, которая идет, и вот с ожирением или с избыточной массой тела. Это, в общем, люди, которые хорошо выглядят, носят даже, может быть, 46-й размер, 48-й одежды, и при этом у них талия более 80 сантиметров. Мужчины – это не зависит от национальности, роста, веса. То есть это, в общем, признак, который для всех нас характерен. Для мужчин это 94 сантиметра. В чем проблема? Почему для нас вот этот вот пояс безопасности очень важен? В двух словах попытаюсь, не прибегая к медицинским терминам, объяснить, но это действительно очень важно. Мы можем разрешить женщине иметь нижнюю часть такую, какую она хочет. И даже мужчине, если он сильно это хочет. Мы не можем им разрешить иметь вот этот вот живот. Абдоминальный жир – это не жир, это эндокринная железа. Мы все понимаем, что у нас есть щитовидка, у нас есть гипофиз, у нас есть там много разного всего интересного, но почему-то мы не понимаем, что жир, который на животе, это железа внутренней и внешней секреции. В этом жире содержится потрясающий фермент, который называется, там много всего интересного, но вот для нас принципиально наличие этого фермента, ароматаза, которая перерабатывает все, что на нее падает, в один единственный гормон. Ну, их на самом деле три, но группа одна, в эстриолы. То есть, по большому счету, мужчина, на них просто показательнее, не в обиду сказать, в 20-30 лет, имея нормальную массу тела, занимаясь спортом и хотя что-то в жизни, имеет определенный уровень тестостерона, определенный уровень эстрадиола, он здоров, нормален и хочет что-то в этой жизни добиться. По какой-то причине, у каждого своя, начинается набор вот этого веса. Количество этого фермента возрастает, соответственно, все те тестостероны и все то, чем гордится мужчина, перерабатывается в
Эстрадиол, что-то вы так выпрямились. Эстрадиолы. И получается, а что такое, мы сейчас прицельно поговорим про тестостерон. Тестостерон это не уже вообще в нашем мире перестали делить. Мужские и женские гормоны, мы все абсолютно одинаковые. Внутри скроены, у нас немножко внешне разные выражения. Внутри у нас абсолютно одинаковые с регуляцией наших гормонов. Поэтому, соответственно, когда у мужчины растет этот живот, вот этот вот тестостерон превращается этой ароматазой в эстриол, мы получаем потихонечку, это не быстрый процесс, это не одномоментно он проснулся и стал женщиной, но с 20 к 40 годам мы получаем вместо мужа некую подружку, которая пришла с работы, рассказала про то, что шеф идиот, что денег не платят, что в отпуск не отпускают, что кто-то там надоел, по дому бегает. То есть это не потому, что он так испортился, это маркеры определенной андрогенной недостаточности. Для нас это с вами и так характерно, мы и так поистерить и в 20 лет можем. Но вот это вот изменение работоспособности, хотение что-то делать, хотение что-то изменить, это в принципе может являться определенным показателем того, что начинается либо возрастной андрогенный дефицит, что в общем никуда не избежать, у нас менопауза, у них вот эта вот история, либо это какая-то патологическая история, которую очень легко можно подправить. И мы на самом деле очень часто с мужчинами в этом плане разговариваем, когда передо мной сидит 120 килограмм чудо, говорящий о том, что оно хочет ребенка, мужчина, мы задаем простой вопрос, ребенка-то мы вам сделаем, потому что, опять же, вынашивать будет более-менее здоровый человек. Дальше дома вы будете заниматься с этим ребенком и будете катать его, наверное, куда-то на машине, на шее и так далее. Как со своими 120 килограммами вы станете на карачке и пойдете лошадкой по всему кабинету. На что Натужица говорит, а вот мне не надо, вот он там. И вот мотивируя именно этим, что ребенок потом будет вас дергать за все места и что-то, в общем, от вас требовать, а у вас ни желания, ни возможности, ни хотения нет, некоторых мужчин действительно удавалось перевернуть вот эту историю и заставить худеть, заставить заниматься спортом, заставить применять определенные препараты. Это не обязательно только вот исключительно Natural Life, это есть препараты, которые действительно способствуют все-таки достаточно быстрой нормализации всей этой истории. Но вот это то, о чем действительно нам приходится разговаривать, и очень многие пациенты действительно очень обижаются на то, что мы не смотрим на их серьезные выписки, на их операции, которые были сделаны, и вообще на то, что семья разваливается, а мы говорим о каких-то там животах, попах и так далее, что, в общем, что мужу она нравится такой, что жене он нравится такой. Нравится, каждый имеет право самостоятельно, когда вы пришли к третьему человеку и хотите от него что-то получить, этот человек имеет право вам сказать, что вы должны быть в определенном состоянии. Вот, поэтому периодически так, померивание себе живота, в общем, в данном случае имеет значение. Ну, вот эти все диабеты, безусловно, это все имеет место быть, но для нас пока вот на сегодняшней лекции, да, важно именно то, как мы будем размножаться. Мне очень понравилась вот эта вот диаграмма, нас здесь нет. Это единственная, наверное, история, когда мы не впереди планеты всей, то есть мы все-таки не достигли того уровня ожирения, который присутствует. Но есть какой момент очень интересный. Вы знаете, что называется болезнью в обществе, кроме того, что это плохо, больно и страшно? Болезнью называется определенное состояние, которым может страдать определенное количество людей, там, ну, там, с сахарным диабетом такой-то процент, там, с гинекомастией такой-то человек и так далее. Если состояние в популяции превышает 30%, это состояние перестает считаться болезнью. Поэтому скоро в США, видимо, диагноза ожирения не будет. Это будет диагноз нормального состояния, потому что более 30%, каждый третий человек в Соединенных Штатах имеет неизбыточную массу тела, а индекс массы тела более 30 – это уже ожирение. Ну и, собственно, вот эти те же самые страны, они как-то очень, действительно очень, не очень логично собрались. Ну, в общем, вот документ хороший, верить ему, по идее, можно. То есть, в общем-то, тут и хорошие страны, и какие-то немножко отстающие. Ожирение ползет, и ничего с этим делать не сделаешь, поэтому, в общем, нам главное не попасть сюда, потому что, в общем, это будет означать, что при той тяжелой жизни, которая есть у нас в России, в общем, вот этот вот фактор будет еще ее больше отягощать. Таким... Вопрос в этот слайд. Еще раз? Вот в этот слайд вопрос можно? А вот этот процент ожирения, он коррелирует, допустим, с проблемами
с беременностью? Он коррелирует, но проблема в том, что, я вас уверяю, ни в Словакии, ни в Греции такое количество людей, имеющих возможность обратиться за деторождением, нет. Это другая проблема, кстати, которая вот и в России тоже существует. Всегда мы считаем, какое количество в среднем бесплодных браков. Всегда считается, есть такая точка отсчета, 17%. И мы ее с вами достигли. То есть 17% населения у нас не могут забеременеть без помощи кого-либо. Это на самом деле много, это практически каждый пятый. Но это 17, это те, которые пришли. А какое огромное, вот мы когда, знаете, там вот гастроли у нас были в Волгограде, в Хабаровске, вот туда, вот в женские консультации туда. То есть люди-то ходят совершенно по другой проблеме. Вот я только, опять же, позавчера отпускала пациентов, которые 20 лет в городе Иванове лечили бесплодие. Что они делали, я не могу вам сказать, потому что, в общем, то, что они делали, умещалось там в одной строчке. Смотрели фолликул, что-то ходили там и так далее. Вот, то есть это вот те люди, которые могут не приходить. Поэтому, к сожалению, это то, что вот пришло, и то, что как бы посчиталось. Поэтому корреляция, безусловно, есть. И чем лучше страна в плане качества жизни, там начинает играть возраст, чем хуже страна в плане еды, картошка, хлеб, гречка и так далее, это вот как раз та еда, которая способствует, собственно, вот этому ожирению. Поэтому тут вот и получается такой коктейль хорошо развитых стран и стран, которые питаются, в общем, не совсем тем, чем надо. Так вот, что говорят наши документы по поводу вот этого самого ожирения. Это вот 4-13, это пересмотр, то есть как бы ничего не изменилось за последние вот эти вот годы. То есть нам не нужно стыдиться о том, что если к нам пришло вот это чудо с индексом массы тела более 30, что мы должны им говорить только, что по этой причине она может беременеть дольше, чем обычное нормальное существо. Только снижение массы тела может привести ее, собственно, к беременности без какой-либо нашей помощи для... в плане репродуктологии, что снижение веса может привести к наличию, к формированию овуляции. То есть, действительно, это такой гнилой, скажем так, разговор с пациентками, и я его редко действительно веду, потому что люди уже не такие приходят. Но, тем не менее, есть пациенты, которые похудели, ушли, забеременели, и вообще просто ходят к нам наблюдаться как гинекологам. Поэтому этот момент очень важный. То же самое по поводу мужчин, что превышение индекса массы тела более 30 будет снижать их фертильность. Это очень важно, потому что у нас в Советском Союзе для мужчин существовало только венерические заболевания и хронический простатит. Больше ничего другого не было. На самом деле диагноз ожирения не выставлялся практически никогда либо в институте питания, что, в общем, уже неинтересно, потому что в институте питания морбидные формы ожирения. А у нас теперь этот диагноз, и очень здорово, как бы ты же выдаешь пациенту листок, а там написано ожирение или избыточная масса тела, а ты же мнишь себя немножко по-другому. И, в общем, в данном случае начинается какой-то некий процесс, может быть, беготни в какую-то вашу похожую организацию, когда люди начинают пытаться что-то сделать. Вот то же самое по поводу того, что вы спрашивали, снижение индекса массы тела. То есть, если у нас меньше 19, это тоненькая, стройненькая, еле переставляющая ноги, то, в общем, тоже вероятность наступления беременности у нее снижена. Поэтому наш, скажем так, самый лучший вариант – это там, 20, 25, 27. Вот тогда действительно по массе тела мы не имеем дефектуру в плане делания беременности. Вот это вот, кстати, последняя вообще очень даже информация. Я ее первый раз на своем модуле для докторов читала, вот буквально месяц назад. До этого, в общем, такой информации не было. Действительно, в общем, больше половины приходящих к нам имеют избыточную массу тела. То есть это к тому, что я хочу ребенка, но я готова съесть для нее таблетку для этого, сделать даже ЭКО, вытащить даже у мужа кучу денег, даже бросить работу, но я не готова привести себя в порядок. Это очень частая ситуация, и нам, опять же, приходится их заставлять не тратить деньги, пока они не придут себя в порядок. Очень многие пациенты спрашивают, все равно гормонофобия, она еще, видимо, будет 100 лет у нас в России, что вот вы мне что-нибудь вколите, а я сразу плюс 20 килограмм, и вообще на этом все закончится. ЭКО не риск, не фактор риска ожирения. То есть, да, в программе ЭКО бывают колебания определенного веса, там плюс килограмм, 2 килограмма, это, в общем, связано с жидкостью какой-то, она потом уходит, потом опять набирается и так далее. Глобально к ожирению, либо к набору массы тела попытки ЭКО не приводят. Это я иногда бью по голове своих пациентов, которые мне говорят, ну что вы хотите, у меня было 5 попыток ЭКО, чего вы от меня хотите? Собственно, хотим того же самого, чтобы вы были в том же самом состоянии, когда пошли на первую попытку. То же самое, кстати, касается и беременности. Наверняка слышали, да, от родственников, от друзей, ну что ты хочешь, она 4 родила, что ты от нее хочешь? За каждую беременность плюс 2 килограмма, вот тебе плюс 10 килограмм. Как оказалось, это абсолютно не так. Если женщина оставляет какой-то кусок веса после беременности, ну понятно, что надо брать некий период родов,
депрессии, грудного вскармливания. Через 4 месяца после окончания грудного вскармливания, после полугода регулярных менструальных циклов, вы обязаны быть в собственном весе. Вот. Если этот вес не приходит в норму, это является как раз гораздо более сильным фактором риска всех неприятностей, начиная с соматических там, диабетов и прочего-прочего, чем та самая программа ЭКО, которую все так боятся. При этом каждая последующая беременность будет пребывать в большем риске, поэтому не сметь допускать, у нас есть такое правило, не сметь допускать пациентку до второй беременности, пока она полностью не вышла из первой. Это касается и суррогатных мам, которые пытаются заработать деньги как только можно, так это касается и женщин, которые вот в деторождении углубились так, что не могут из них вылезти. Пока ты не принесешь мне свои 60 килограмм, в которых мы запускались на первой консультации, мы беременность делать не будем. Потому что даже если это будет 62-63, вероятность акушерских осложнений, она уже увеличивается значительно. За это нам акушеры спасибо не скажут. По поводу чай, кофе, колы. Тоже у нас есть пациенты, которые сажают мужей на воду для того, чтобы было все, в общем, лучше. История старая, конечно, нет хороших исследований, понятно, никто не будет миллион людей кормить колой или кофе и так далее, но, в общем, на тех исследованиях, которые сделаны, не было доказано какой-то прямой связи с тем, что чашечка кофе на что-то влияет. Конечно, мы, когда планируем беременность или уже в беременном состоянии и так далее, мы говорим о том, что, наверное, лучше пить не суррогат, наверное, лучше молоть, наверное, лучше иметь хорошую кофемашину, наверное, надо иметь какое-то нормальное молоко, если это можно найти у нас в городе, чем вот пить всякие вот эти растворимые и так далее, но это исключительно наше как бы понимание, что, наверное, подделать кофейное зерно сложнее, чем вот ту борду, которая там растворяется. Поэтому не значит, что если женщина забеременела, либо мужчина проходит какой-то курс специфической терапии, либо женщина находится в стимуляции, мы садимся на кефир и ряженку. Добавка фолиевой кислоты – очень простая вещь, но вы знаете, то, что производители контрацептивов в свои контрацептивы внесли фолиевую кислоту, говорит о том, что мы-то про это, конечно, знаем, и вы, да, наверное, знаете, никакая женщина не ела фолиевую кислоту, но при этом об этом все забывают, потому что есть работа и много чего интересного. Часто, когда мы предохраняемся контрацептивами и решаем забеременеть, мы их отменяем и беременеем. А длительное использование контрацептивов нарушает всасывание фолиевой кислоты туда, куда надо. Поэтому чаще всего после контрацептива женщина находится в дефиците фолиевой кислоты, а это предиспозиция ко всяким спинным бифидам, нарушение невральной трубки и так далее. Поэтому пия контрацептивы, либо мы добавляем фолиевую кислоту, либо используем комбинированный препарат. Ну а наших женщин, которые, в общем, планируют беременность годами, мы просто держим как, в общем, на откорме, на вот этой вот фолиевой кислоте, и ни в коем случае ее не убираем. Назначаются разные дозировки в зависимости там, от анамнеза пациентки, но 400 микрограмм в день фолиевой кислоты, это обычная там фолио, все вы все это дело знаете. Вот, это тот препарат, который должен в обязательном порядке использоваться, и это даже уже, по-моему, нигде не исследуется, потому что было огромное количество исследований на эту тему. Следующая тема — инфекции. Вот это совсем интересная вещь, и тут, к сожалению, я вам больше расскажу не то, что негатива, а попытки вас тоже немножко переориентировать на то, что у нас происходит. У нас в России есть огромное количество лабораторий, которые, наверное, вы видели на сайтах и ну, на рекламных каких-то буклетах, тестируют огромное количество инфектов разных. До маразма доходит, натюрморт кала, микробиоциноз нижней части влагалища, высокой части влагалища, вот, ПЦР в реальном времени, не в реальном времени. То есть придумано огромное количество тестов, которые можно засунуть вам в влагалище, а мужчине в уретру, и, собственно, найти какую-нибудь дрянь и начать это дело долго лечить. Что в мире делается по поводу инфекций? Это интересный момент, потому что вы понимаете прекрасно, да, ни в Японии, ни во Франции и так далее, нигде нету больше инфекций, чем у нас. То есть мы примерно в этом плане равны. Женщина тестируется на краснуху, вопросов нет, мы должны знать, больны вы или не больны, или болели, имеете ли вы иммунитет, и если вы не переболели краснухой в детстве, мы вас вакцинируем и через месяц пустим в беременность. Вопросов тоже не возникает, потому что врожденная краснуха – проблема и в России, и проблема в другом мире. Скрининг на цитологию.
рак шейки матки. В каждой стране существует определенная государственная программа, где-то в 5 лет, где-то в 3 года, где-то в 2 года. Очень японки в этом смысле молодцы, у них, если не пройдешь этот скрининг, то тебя лишают напрочь всякой страховки и так далее, поэтому люди четко сидят и находятся вот на этом скрининге. Поэтому, конечно, мы тоже нашим пациентам перед планированием беременности этот скрининг проводим. И хламидия – абсолютный патоген, кошмарное животное, которое вызывает изменения маточных труб, которое вызывает бесплодие колоссальное, которое нужно в обязательном порядке пролечивать перед тем, как пара куда-то собирается заступать. Вот это вот три страшные инфекции, которые в мире тестируются и для мужчин, ну не будем говорить про рак шейки матки и краснуху, да, собственно, и для женщин. То есть мужчина тестируется на хламидии, причем, опять же, так интересно, тест на хламидиоз в Европе, в мире проводится, заставив мужчину сдать порцию мочи. Собственно, сходить в туалет – неболезненная процедура, поэтому мужчины спокойно совершенно на это идут. В России мы не можем допустить такого халатного отношения к пациенту, поэтому мы суем палку в то место, откуда все это происходит. И, конечно, 3 дня после этого мужчина не очень функционален. И, конечно, нам тяжело это объяснить, почему это так. И почему при том количестве разнообразных лабораторий с потрясающими сайтами и с потрясающим оборудованием вот до сих пор такая вот ерунда происходит. Но, тем не менее, вот в Европе так, у нас таким макаром. Но, по крайней мере, хламидия – это хоть как-то обосновано, потому что уже очень бы не хотелось, чтобы беременная женщина ходила с хламидиозом и, собственно, потом рожала кесаревым сечением по причине каких-то неприятностей. Вот таких инфекций в мире практически нет. И вы нигде не сможете сдать тест на уроплазму, и вы нигде не сможете сдать тест на гонореллу. И никто в здравом уме не пошлет вас исследовать ПЦР на цитомегаловирус. А если вы не расскажете про герпес, который вас обсыпает по 10 раз на дню, то вас и на герпес не пошлют. И все, в общем, живут абсолютно нормально, беременеют, вынашивают эту беременность. С 2007 года в США в принципе не проводится скрининг на влагалищные исследования. В Норвегии в 1998 году, я извиняюсь, скрининг на влагалищные выделения была лакмусовая бумажка. Мы заходили, клали, цвет был нормальный, кислотность нормальная, мы от женщин отставали, при этом даже не влезая внутрь, потому что внутри это дело ее, мы снаружи все увидим. Ни в США, ни в Норвегии, как вы понимаете, хуже история не проводится. У нас, к сожалению, вот этот вот верхний пункт в Российской Федерации, он руководствуется приказами, теми самыми справа, о которых мы говорили, которые заставляют нас вас пролечивать, а потом еще раз пролечивать. У меня был мужчина, который 14 циклов антибиотиков пропил по поводу уроплазмы, допился до токсического гепатита и ушел на пересадку печени. Поэтому как бы мне бы хотелось бы, чтобы прежде чем всунуть в себя какой-то антибиотик особенно, вы, не знаю, что сделали, на форум сходили, подумали, может быть, еще какой-то. Это не хорошая позиция, но поверьте, когда мы получаем результаты вот этих бесконечных лечений уроплазмы. Уроплазма – зверюшка, которая есть у нас здесь у всех, без исключения, все дело в количестве. Вы подпростудились, уроплазма поползла, вы влюбились, уроплазма ушла. Свято место пусто не бывает. Мы вылечили одно, на нее сел Escherichia coli. Escherichia coli убрали, туда сел энтерокок. И это можно до пенсии заниматься. И как мне пациенты очень часто приносят свои распечатки своей жизни, своих влагалищных выделений или там мужа, которого они замучили. А для мужчин использование антибиотиков принципиально неприятная вещь, потому что мы существа циклические. 28 дней прошло, мы как новенькие. А у мужчины 90 дней ты выпил, и ты не в себе с точки зрения сперматогенеза. Очень многие антибиотики вызывают арест созревания сперматозоидов. Учитывая, что мы любим все чекапы, зубы полечить, носы себе почистить и так далее, очень часто назначаются профилактические антибиотики на 7 дней, на 5 дней и так далее. Мы любим лечиться, мы поэтому с удовольствием все это дело едим. Если мужчина съел у меня какой-то антибиотик, я 90 дней, 3 месяца, по идее, не должна к нему прикасаться. А это, в общем, некое растягивание удовольствия, сотрудничество с докторами. Поэтому уж и по этим вот зверям сложно объяснить человеку, который вот получил такой анализ, тем, что у него какая-то звучит страшная уроплазма, при этом в гугле будет потрясающая информация о том, что он заражает всех и вся, и вообще невозможно, и даже на совещаниях не может присутствовать. Вот. Сложно объяснить, что это совершенно не так. Вот эта вот последняя история
с высоким IQ. Не потому, что там как-то высокое IQ на лактобактерии влияет, а как выяснилось, это хорошее такое шутливое исследование в Америке было, что женщины с высоким IQ, как, собственно, и мужчины с высоким IQ, просто у них влагалища нет, они прежде чем что-то в себя сунуть, они 10 раз подумают. То есть вот иметь в аптечке свечи от молочницы, от еще чего-нибудь, от раздражения, от аллергии, от еще чего-то, и всовывать это при первой же необходимости, вот это патологическая практика, которая приводит к тому, что количество лактобактерий, это нормальное содержимое влагалища, оно уменьшается. Поэтому РОС, собственно, просто посмотрели, сначала тестировали женщин на IQ, а потом посчитали количество лактобактерий у них во влагалище. Поэтому это может быть таким неким дополнительным тестом на предмет вменяемости человека, имеет ли смысл с ним строить дальше какие-то взаимоотношения. Поэтому вот эти вот инфекции, они не инфекции, они, может быть, не друзья, я не знаю, наши, но, по крайней мере, они ничего нам не мешают с вами делать в плане планирования беременности. Теперь, если позволите, пробегусь по мужчинам. Не мое поле, как вы понимаете, я здесь, в общем, не игрок, но поскольку все-таки перед нами сидит чаще всего пара, а в мире мы называемся репродуктивными эндокринологами, то есть не гинекологами, мы должны соображать, что там у мужчин, и, собственно, мы несем ответ, если мы беременность не получили, и не уролог, так получается по нашей действительности, то я решила вот взять самые две отвратительные темы, на них срубается, скажем так, либо зависает огромное количество наших пациентов, которые занимаются не пойми чем долгое время и, самое главное, неправильно ориентированные. То есть если брать весь спектр мужского бесплодия, конечно, там это даже не тема лекции, даже не тема двух дней, это песня, которую можно очень долго петь, и причем очень интересно действительно, что можно сделать с мужчиной, чтобы он стал здоровым и хорошим. Но вот эти две проблемы, первая – это гиперпроблема, ради интереса. Можете зайти в районную или даже в крутую, неважно, не зависит от того, к урологу и просто спросить, а проверьте, нет ли у меня варикоцели. Я думаю, что, может быть, 1-2 из вас вернутся без диагноза. Вам расскажут, что у вас есть субклиническая варикоцели, у вас, пригнитесь, у вас при напряжении бывает варикоцели, у вас там еще какой-то варикоцели. И в результате этого в половине случаев вам дадут рекомендацию прооперировать это варикоцели, которое, в общем, вы от ужаса, начитавшись, опять же, в Гугле, поймете, что эти сосуды сжирают всю тканеечку, вы побежите, все это дело сделаете, и, собственно, ничего не добьетесь в лучшем случае. В худшем случае вы получите осложнение. А вторая проблема – это вот как раз тот гипогонадизм, недостаток тестостерона, который мы начали уже затрагивать. Здесь затронем немножечко поподробнее. Итак, что мы знаем про варикоцели? Сразу извиняюсь за нагрузочный слайд, но просто по-другому не получалось никак. Как у любого заболевания, варикоцели разделяется на три, ну, как бы, степа: легкая, средняя и тяжелая, так называемая лач варикоцели в английском произношении. Варикоцели, на всякий случай, это расширение вен семенного канатика. Чтобы наши яичники функционировали хорошо, и ваши яички тоже, к ним должен быть нормальный приток и нормальный отток. С оттоком всегда проблема, потому что мы прямоходящие люди, и всегда у нас оттекает наверх всегда хуже, при том, что мы сидим, не бегаем или еще чем-то не занимаемся. Собственно, у женщин это называется расширение вен малого таза. Собственно, мы с ним можно жить и дальше ходить, и ничего, если при этом рожается легко. То же самое идет расширение яичниковых вен. Есть вещи, которые действительно нужно оперировать, но входительный критерий в эти вещи – это большой варикоцели. Большой варикоцели, так чтобы вы тоже знали, это когда мужчина вот так встал и увидел, кроме того, что он должен был увидеть, огромные мешки вен, которые не дают ему возможность ни ходить в зал, ни заниматься половой жизнью, которые, извиняюсь, не дают возможности одевать некое белье, некие брюки и так далее. То есть это та вещь, которую любой увидит, не то, что там надо прощупать, лечь, напрячься и сделать, поставить датчик, а это тот мешок вен, который висит. Как у женщин бывает тот мешок вен, который висит на ногах, также у нас в малом тазу он может висеть. Вот только такие ситуации при наличии определенных дополнительных критериев подлежат операции. Ситуация, когда в школах оперируются 14-летние мальчики, либо призывного возраста, когда из 20 пришедших 10 ушли на операцию, либо когда пара пришла с вопросом бесплодия, а уролог радостно нащупал какой-нибудь субклинический варикоцель или рассказал о том, что яички гибнут, и через 20 лет вы останетесь без них, а просто с голой мошонкой, ни к чему не приводит, потому что делается опасная, дорогая, достаточно сложная манипуляция, которая, эффект которой можно оценить через 6-9 месяцев. Через 6-9 месяцев мы бы уже родили этого ребенка, и никому бы не было бы интересно наличие или отсутствие варикоцелей при отсутствии жалоб.
Поэтому наш такой вой, призыв и вопль нашим мужчинам не всегда получается, потому что действительно мы очень любим заниматься своим здоровьем. У нас мода меняется, мы-то врачей как бы в своей жизни исключали, теперь мы очень любим делать себе чекапы, проверяться, и это тоже все очень правильно, но главное вот опять же тусит в голове, который есть. Поэтому если выявляется какой-то субклинический варикоцель, это просто знак вам, что вам надо к спорту, к половой жизни, к еде, к вашему образу жизни отнестись чуть повнимательнее, чем, собственно, вы до этого дела относились. Нет ни лучшего лекарства, чем изменение образа жизни, если образ жизни на это является одним из механизмов формирования заболевания. Поэтому мы всей душой против вот этих вот оперативных вмешательств, за исключением вот этих вот случаев. Если действительно вы попадетесь в лапы кого-нибудь из нас, где мы будем вам говорить о том, что мы вам все отрежем, и вам станет лучше, пожалуйста, 10 раз действительно перепроверьте эту информацию. Это в ваших интересах. Потому что действительно количество осложнений после этих манипуляций, оно есть, и оно клинически значимое, когда мы вместо того, чтобы получить нормальную спермограмму, собственно, воспользовались донорской спермой. Поэтому вот эта вот история, которая, пока в России, к сожалению, не могу похвастаться, что хорошо. Это просто есть такая совершенно замечательная. Эти документы, кстати, они более-менее открыты. Они, конечно, для врачей, но, в общем, при желании можно их свистнуть из сети. Это Европейская ассоциация урологов. Такая же есть американская, такая же есть канадская. Смысла читать их всех нет, потому что они все сошлись что-то в одном. Только у нас свой путь. И американцы, и канадцы к мужчинам своим собственным относятся абсолютно одинаково. И видите, циферка, не циферка, буковка «А», которая говорит о том, что уровень доказательности А, что никакое вот это вот лечение варикоцеля хирургическим путем не приводит в плане лечения пары бесплодия к какому-то излечению. Есть хорошие исследования на 20 человек, на 30 человек, на 40 человек и так далее. Когда мы говорим о общей популяции, мы должны все-таки оперировать какими-то другими цифрами. Поэтому прежде чем отрезать себе что-то лишнее, надо действительно убедиться, что оно в общем лишнее. Что касается дефицита тестостерона. Не хочу, чтобы вы это привязывали к мужской проблеме. Это и наша с вами проблема. Просто у мужчин, еще раз повторяю, да, это ярче выражено, потому что у них цифры в крови другие. У нас цифры изначально тестостерона низкие. Но, между прочим, если у нас тестостерон падает, и мы тоже начинаем хужеть в плане всех вот этих вот квадратиков, мы и размножаться тоже начинаем гораздо хуже. Есть даже методики, когда мы специально кормим женщину тестостероном перед тем, как ее забеременеть, потому что без насыщенности тестостерона нам не получается выдрать у нее ни клетки, ни эмбрионы, ничего. Посмотрите, какая колоссальная, скажем так, охват вот этого дефицита тестостерона. Я думаю, что если вы посмотрите, то каждый из нас, или, по крайней мере, ваш знакомый, или ваш муж, или ваша жена, они, в общем, в какой-то момент от этого всего страдают. Безусловно, каждому из нас мы имеем право поплакать, мы имеем право что-то забыть, но когда идет глобальная вот эта вот история, а я вам хочу сказать, вот если брать вот эту вот желтенькую часть, у нас же творится такая глупость в медицине, что мы очень часто людям делаем ребенка не потому, что они больны, а потому что им просто вот этого всего не надо. И они, являясь супругами или там, как это называется, партнерами, они просто не занимаются этим делом и не хотят этим заниматься. И не по религиозным каким-то мотивам, просто потому что много всего интересного есть. Фильмы классные, в поход можно сходить, на Ямайку можно поехать. Вот на это время, я не шучу, у нас действительно в месяц рождается 2-3 ребенка не потому, что мы лечим пациента, а потому что нам не удается объяснить им, что они бы справились сами, они просто не хотят этим заниматься. Это тоже проявление, я сейчас не говорю психиатрические, там тоже свои есть истории, но в том числе и гипогонадизма, когда, в общем, людей на все не хватает, и после рабочего дня подушка – это единственное, кого, в общем, он ждет. Поэтому вот то, что снижается, вот эта мышечная сила, то, что мы там могли раньше 2 часа в зале, а потом пьянствовать, а потом на работу, а потом опять в зал, и с возрастом, безусловно, идет снижение всего этого дела, то есть вот этот вот гипогонадизм – это бич наш, и женский, и мужской. И мы, конечно, стараемся перед попытками ЭКО и перед беременностью женщин и мужчин из этого гипогонадизма выводить, потому что, чтобы пережить еще наше лечение, тоже надо силенки. А уж потом еще беременность выносить тоже надо. И, конечно, поддержка друг друга в этой ситуации, она достаточно важна. Поэтому, когда один сидит, истекает по стулу, а второй что-то пытается сделать, в общем, ничего хорошего здесь не получается. Поэтому тестостерон для нас гормон крайне важный. И есть даже во многих, может быть, вы знаете, иногда, ну, как мы любим, как это называется,
Вот сейчас мы пытаемся у себя в клинике зазвать всех женщин на овариальный паспорт, чтобы каждому из вас рассказать, что вы из себя представляете с точки зрения функции яичников. Очень многие урологические клиники зазывают мужчин проверить уровень тестостерона. Потому что, ну, в общем, это тоже некий показатель, который говорит о вот, наличии или отсутствии гипогонадизма. Есть две точки отсечки, 300 нанограмм и 12 наноболь, неважно, это, в общем, связано с деятельностью лаборатории. Соответственно, вот видите, у нас практически, собственно, 40% мужчин старше 45 лет пребывают в гипогонадотропном состоянии. Это когда не просто уровень тестостерона снижен, а когда есть клиническая симптоматика. У нас есть люди, у которых снижен уровень тестостерона, но они убьют всех вокруг за счет своей агрессии или там работоспособности и так далее. Это когда есть некие жалобы пациента или окружающих пациента людей, а мы фиксируем снижение тестостерона. То есть вот он как бы возрастной андрогенный дефицит, который начинает шагать с 40 лет, чтобы к 45 уже превратиться в некоторые цифры, которые мы можем показать. Вот это норвежское исследование, кстати, они сделали очень интересную ассоциацию, видите, окружности живота, вот она норма, да, и уровни тестостерона 16, 12, ну, сейчас хотят пересмотреть норму, сделать 16, но 12 это уже хорошо по нынешней жизни. Вот, соответственно, если он не ожиревший, то практически большое количество людей, в общем, будет пребывать в нормальном состоянии по тестостерону. Чем больше окружность живота, тем вероятность гипогонадизма серьезно увеличивается. То есть, в общем, часто бывает, чтобы восстановить человека, не надо его кормить никаким препаратом, достаточно его просто похудеть. Причины, в общем, совершенно понятны. Повышение уровня пролактина, даже не смотрите, это чисто медицинская история, в общем, вы про него можете иметь право не знать. А вот про вес, про использование анаболиков и про использование антибиотиков вы, естественно, должны знать. Все вот эти вещи, они приводят к тому, что мы формируем у мужчины гипогонадизм. Два слова отвлекусь. Возраст – это возрастной андрогенный дефицит. Это просто, ну, как мы хужеем, так и мужчина хужеет. То есть это не значит, что эту ситуацию не надо лечить, но это объяснимая история. Что происходит с мужчиной, который занимается спортом, нехорошо занимается спортом, неправильно, и поставил это во главу угла, не соображая, что он делает со своим здоровьем. Для нас важно, чтобы у вас в крови был ваш тестостерон, ваш собственный, который секретируется у вас в организме. Если мы, просто почему тоже важно, у нас была практика такая, когда мы направляли мужчин к урологу, а когда ты направляешь человека к специалисту смежному, ты должен писать, что ты от него хочешь. Вот мы писали, мы хотим, чтобы мужчине поднялся тестостерон, потому что он вот такой. А урологи вкатывали сустанон или эбнадрен, и к нам мужчина приходил через месяц после этого укола с абсолютной азооспермией, потому что если мы хотим повысить уровень тестостерона, вколов себе тестостерон, мы преодолеем все клинические симптоматики по самочувствию, по мышечной массе, по либидо там, и так далее, мы сделаем только одно. Мы убьем синтез тестостерона в том месте, в котором нам нужно. И вот эти вот инъекции тестостерона, в общем-то, являются самым лучшим тоже, как безумно регулярная половая жизнь, так и вот инъекция тестостерона является стопроцентной гарантией от ненаступления беременности, потому что сперматогенез катастрофически падает. Поэтому есть два варианта принципиально лечения этой ситуации. Вот когда это возраст, и в 60 лет человек приходит и говорит, я уже всех нарожал, уже занимаюсь собой, мне просто нехорошо, и я хочу быть молодым и так далее. Тогда действительно инъекционные формы тестостерона – это выбор. Под контролем – это вопрос другой и так далее. Когда человек приходит и жалуется на то же самое, но при этом еще хочет иметь детей, это совершенно другая схема лечения, которая заставляет яички стимулировать свой собственный тестостерон и таким образом решать две проблемы. Мужчина худеет, здоровеет, и самое главное, у него улучшается качество спермы. Не буду тоже, это уже тоже медицинская история, это к тому, что мы так с коллегами иногда развлекаемся, когда кто-то из нас плохо ведет, мы уже заканчиваем. А можно про тестостерон вопрос или потом? Можно, наверное. Да? Длительные физические нагрузки, они же влияют на снижение уровня тестостерона настолько. Вы знаете, вот как мы к этому относимся, вернее, даже не мы, а потому что мы-то, в общем, люди маленькие, а как, в общем, наши документы к этому относятся. Нас интересует спорт и всякие физические нагрузки с позиции здоровья. То есть у нас для каждой категории пациентов есть свой спорт. Например, когда пара планирует беременность, худеет и так далее, мы действительно пошлем его на хороший спорт. Мы пошлем его на плавание, пошлем на какие-то игровые вещи, причем регулярные, 3-4 раза в неделю, пойдем на тот же самый бег и так далее. Когда у меня пара находится в
самом интересном положении, да, либо в предвкушении беременности, находясь там на стимуляции, либо получает свою беременность, у меня есть такая фраза, которая уже можно, что вы продолжаете заниматься спортом, то есть тут важен факт обычности нагрузки. Во время беременности, если ты 20 лет не занимался спортом, беременность не лучшее время, когда это дело начинать. Почему-то очень многие пациенты, вот опять же, присев на программу ЭКО и сделав первую инъекцию в живот, следующим вопросом мне задают, а можно я завтра пойду в зал? Говорю, вы в зал ходите? Нет, не хожу. Тогда, значит, завтра тоже не ходите. Поэтому изменения нам не нравятся. У нас есть огромное количество бывших олимпийских чемпионов и чемпионок, которые и сейчас чем-то занимаются и ведут свои спортивные школы, и которые вот я сегодня перенесла эмбрион, у нее завтра ринг, кто-то у нас был боксером. Беременности наступает абсолютно в таком же проценте случаев, как если бы пациентка не вышла на ринг. Но для нее это обычная нагрузка. Поэтому для нас очень важно, что если пациент бегал 5 километров каждый день, 20 километров раз в месяц, плавал 3 километра, ну, не знаю, что-то угодно делал, чтобы он, в принципе, примерно так же и продолжал, ориентируясь на собственное состояние. Поэтому, когда приходит мужчина на локтях изможденный, там, конечно, тестостерона в ноли ушло, и там уже ну, ему и не нужны эти дети, уже он ничего не сдаст мне, он умрет там спермоздаточный. Вот, поэтому... А вы смеетесь зря, потому что у нас есть кнопка экстренного вызова, потому что, действительно, когда человек изможден после работы, после скандала, после спорта, а мы еще его в такую эмоциональную дурь внедряем, ему дуреет, и они нас вызывают, и мы приходим с уколами в кровать его. Вот, поэтому нам нужно, чтобы человек был, слушал себя и вот в этом состоянии, соответственно, приходил. Вот это вот то, что я хотела сказать, общий тестостерон и ГСПГ. Это ГСПГ, это такая вещь. У нас каждый гормон в организме функционирует в двух режимах, в свободном и в связанном. Это не очень интересно для вас, но главное, вы должны понимать, чтобы реально посмотреть, есть ли какой-то дефицит или есть ли недостаток, нужно загнать собственного мужчину на утро, потому что утром это самый высокий пик тестостерона в 4-5 утра, но это сложно представить себе, в 7-8-9 утра. Мужчина засылается в спокойном состоянии натощак на сдачу вот этих вот двух анализов, общего тестостерона и глобулин, связывающий половые гормоны, это белок, который связывает этот тестостерон. По соотношению этих двух показателей любой специалист вам скажет, все ли нормально с человеком, есть ли какая-то проблема, нет какой-то проблемы и так далее. И уже дальше раскручивается история по, по лечению или не по лечению. Поэтому... это входной критерий, он ни в коем случае не отменяет все другие. Я еще раз повторяю, да, я сегодня выдернула какие-то знаковые вещи для нас, кричащие. Там на самом деле есть о чем поговорить и больше. Тем не менее, к чему я, в общем, весь этот базар веду, что может быть такая ситуация, что вы во всем этом действительно ориентированы. У вас нет избыточной массы тела, вы живете половой жизнью, как примерные ученики. Там циклы – это наши с вами женские разговоры, да, и нету никаких вот этих вот дополнительных моментов в плане ожирения и так далее, но при этом дитё не появляется. Вот в этой ситуации для нас очень важно, чтобы не было истории такой, что я притворяюсь, что я не вижу, и дальше вот живу. Дальше вот живу, оно имеет право быть какое-то время, потому что бывает так, что вы дальше живете, приходите ко мне или к кому-то другому, а я вам говорю, что вы знаете, а я вам помочь не смогу, либо могу помочь с вероятностью 3%. Вы согласны или не согласны? Какой нормальный здоровый человек будет беременеть со мной с эффективностью 3%? Конечно, вы начинаете ругаться, переживать и вообще удивляться, как такое получилось. Поэтому есть жесткие критерии вот эти вот, которые даже вот на это вот, знаете, это первая строчка всех наших лекций, когда вообще что такое бесплодие, когда женщину посылать и так далее. Но, к сожалению, самое простое всегда самое сложное. Нам всегда кажется, что впереди гораздо больше, чем у нас уже было, и мы всегда все успеем. Не зря дается год на житие половой жизни для того, чтобы мы имели право точить инструменты. Вероятность наступления беременности в одном цикле 11-12% при полном хорошем здоровье. Это не значит, что если вы пожили 2 месяца, беременность не получила, Алис капут и что-то такое плохое. Поэтому если вы молоды, относительно здоровы, не имеете вот тех факторов, которые мы пообсуждали, мы вас действительно отпустим на год, если вы нам поклянетесь, что вы будете себя вести правильно и делать все как предписано. Этот год, он адекватен для молодых пациенток, а молодыми пациентками мы называем пациенток до 35 лет. Потому что после 35 лет начинается первый звоночек по снижению вероятности наступления беременности, поэтому в любом
в любой стране, вам дадут уже 6 месяцев. Ваше право не прийти, безусловно. Это не то, что там активный вызов на дом и так далее. Но мы вам скажем, что вот мы вам даем 6 месяцев, если чудо не случилось, соответственно, мы вас ждем уже, в общем, разбираться с нами. И вот тот самый 38-летний рубеж – это 3-4 месяца. В реальности, я предполагаю, вы понимаете, что, ну, единицы, кто, например, да, выйдя второй раз замуж, очень часто это бывает история в 37-38 лет, через 3 месяца оказывается у нас на приеме. Нет. Оказывается, к сожалению, в 42, в 43, в 44, в 45, особливо наслушавшись историю про известных пар, что можно родить и в 60, и в 70, и все закрыв консервировать, а потом все разморозить. Вот. А в 45, 46, 47 лет мы работаем крайне плохо. И основные беременности, которые у нас получаются, это донорство яйцеклетки. Об этом не говорится, но тем не менее, единичные беременности в 45-46 лет, если они не случаются дома, что такое бывает, но мы такого не видим. Мы видим только тех пациентов, которые к нам приходят. Соответственно, мы можем дать беременность, но уже альтернативным путем. А про криоконсервацию, сколько это вообще эффективно? Это очень эффективная вещь, но, знаете, это вот я очень боюсь... На женщин. Да, я боюсь про нее рассказывать. Почему? Потому что я очень боюсь, что возникнет новое, такое, знаете, новое веяние. Потому что все-таки рождение ребенка, при всем при том, что, знаете, мы когда вот... скажем так, вопрос такой, понятно, что каждый планирует свою жизнь по-своему, но каждый по-своему... Технически это можно сделать легко. Значит, если мы говорим о том, что мы понимаем, что мы сейчас не хотим рожать ребенка, но в какой-то момент захотим, теоретически вы имеете право прийти, пройти обследование, пройти стимуляцию, заморозить яйцеклетки. Витрификация яйцеклеток, которая сейчас производится методом тем же самым японским, она позволяет хранить год, 2, 5, 10, 15. Потом вы приводите кого-нибудь, говорите, оплодотворяем этим. Мы оплодотворим и перенесем, если дома у вас что-то не получится. Проблема другая. Если серьезно говорить о витрификации яйцеклеток, этим надо заниматься до 35 лет. У нас проблема такая, что к нам приходит в 40 лет на витрификацию яйцеклеток. Я получаю 3 несчастных ооцита. Женщина предполагает, что она подстраховалась на все случаи жизни, а вероятность наступления беременности в программах ЭКО в 40 лет – 21%. То есть, по большому счету, вероятность того, что я разморожу эти 3 яйцеклетки, ничего не получу, колоссальная. Поэтому во многих гайдах пишется даже, что вы можете предлагать пациентам витрификацию яйцеклетки как сохраняющую процедуру, но до определенного состояния, то есть возраст 35, наличие определенного фолликулярного резерва и так далее, и так далее. Иначе это получается неким образом профанация. Потому что, опять же, вот у меня есть, вот и сейчас такая же женщина в программе находится, я сейчас пока не готова, принц еще не подъехал. Я сейчас заморожу. Заморожу, ей уже 42 года. Ну, что я там заморожу? Я что-то заморожу. Поэтому как опция, да. И вот, кстати, вот я начала, да, свой разговор по поводу того, что витрификация яйцеклеток действительно хороший способ. Проблема другая, что мы начинаем уж сильно больно планировать это все дело. И сдав там в 20 лет яйцеклетки, в 40 лет или в 50 лет затребовать у меня обратно эти яйцеклетки, а мне закон наш российский не позволяет отказывать людям, которым я понимаю, что беременеть нельзя. Вот даже той 70-летней женщине у нас нет закона в Российской Федерации, который бы меня как врача обезопасил от нашествия сумасшедших. Я могу только медицинским языком разговаривать, что фертильный возраст считается до 50 лет. То есть природой запланирована до 50 лет возможность рождения ребенка. После 50 лет природа противится этой истории. Но вы же понимаете, что не бывает в медицине вот так. Бывает 51 год человек пришел, потерял семью, и я понимаю, что мы ее возьмем. А бывает ситуация вот такая, что я хочу, покажите мне документ, на котором вы меня не берете в программу ЭКО. И у меня нет этого документа. Именно поэтому мы и вот, может быть, производим впечатление таких немножечко не русофилов, но в Европах и в Америках все-таки есть некие документы, которые вас обезопасят от того, что мама свихнется и в 70 лет пойдет себе сделать донорскую программу, да, и нас обезопасят от того, чтобы мы не родили котенка, которого там, через год мама уйдет в небытие. Вот, поэтому эта опция хорошая, но нам бы не очень хотелось, чтобы люди о ней знали. Это какой-то один банк в городе? Нет, почему? Это любая клиника ЭКО. Вы приходите на консультацию и говорите: доктор, я не хочу сейчас ребенка, хотя вот мы не любим такие слова сразу, поэтому лучше по-другому как-то сказать, что я бы хотела немножечко подстраховаться, вот заморозить свои яйцеклетки. Можно ли так? Я очень хочу ребенка, потому что когда мы слышим, что не хочу ребенка, у нас это как, знаете, бык на ворота.
Да. Вот. Поэтому я бы хотела, вот у меня сейчас сложно там, мама, папа, жаба, цапа, я потом приду. Ну вот сейчас можно ли заморозить? Вам любая клиника ЭКО, которая работает, собственно, на этом поле, особливо в Москве, в Питере, в больших городах, вам совершенно спокойно все это дело сделает. Вот, и вы будете хранить их столько, сколько вам надо. Угу. Если я правильно услышал в начале, вы сказали, что в Норвегии средний возраст женщины, которая же первый ребенок, 41 год. Угу. Да? Они как-то живут с этим? До 50 они еще нескольких успевают родить? Вы знаете, очень плохая там история. Расскажу как. Значит, у нас, поскольку есть так называемый секс-туризм, сейчас мы его немножечко пытаемся убрать, но секс-туризм такой, да, это когда европейские страны, Италия, Франция, Испания, та же самая Норвегия, ну, в Финляндии свои есть клиники, они формируют группу пациентов, которые к 40 годам созрели для беременности. Если эффективность моей работы в 40 лет 20%, то 80% не получают беременность на том методе лечения, который предлагает данная страна. В большинстве стран донорство запрещено. У нас донорство разрешено. Поэтому 3-4 раза в год мы имели некое нашествие вот этих супружеских пар в количестве 20-30-40 человек, под которое стимулировались огромное количество доноров, девочек, которые официально работают донором. Это все не подпольная вещь, ни в коем случае не пугайтесь, это абсолютно законодательно все закреплено. И вот эти пары у нас получали беременность исключительно на донорских программах. Поэтому огромное количество европейских детей, которые ходят там, и мы умиляемся, какие они красивые и хорошие, это наша Белоруссия, Украина, Подмосковье и так далее. Поэтому, да, к сожалению, эта штука существует, и, ну, если мы с нашими россиянками не можем справиться в плане того, что, как бы, если ты в 40 лет пришел, то ты слушай меня. Не слышится вот эта вот фраза, то уж, конечно, с иностранками это сложнее. Другой, там чуть меньшая проблема, там люди быстрее слышат врачей, потому что у них не было 90-х годов, когда врачи не очень себя комплаентно вели по отношению к пациентам, поэтому для них что врач сказал, то закон. Либо они не верят и ушли. А у нас-то вот эта вот история, мы должны убедить, и мы должны доказать и объяснить. Это неплохо, это заставляет мозги работать, но это потеря времени иногда бывает. Поэтому ну вот с этими парами мы таким макаром поступаем. Хотя это тоже, конечно, другая проблема философская, потому что мы не знаем, нет единой базы доноров, мы не знаем, кто с кем когда встретится, но это уже проблема, которая лет, наверное, через там, 50-100 мы ее гребем по полной программе. Можно вопрос по возрасту? Вот это чей возраст? Женский. Мужчины, поросята, они размножаются гораздо лучше, до 50 лет. Вот, поэтому считается, что снижение фертильности по сперме, если мы не берем, да, какие-то патологические ситуации, они начинаются после 50 лет. При этом, там интересно, там не так снижается подвижность и прочее, там нарушается морфология спермы. И доказано, что поздние папы рождают большее количество некоторых психиатрических заболеваний, количество выкидышей увеличивается и так далее. Но беременеют они, женщин, неплохо. Самым главным фактором является женский возраст. Это вот, лучше прогноза нет ни на наступление беременности, ни на вероятность выноса этой беременности. То есть это исключительно женский возраст. А женский возраст первой беременности или же в принципе? Ольга, куда тебе еще? Вы имеете в виду вероятность наступления? Нет, если вы придете к 38 годам, к третьей беременности, вы забеременеете гораздо лучше, потому что год, когда вы вынашивали эту беременность, вот, год, когда вы вынашивали и потом кормили там как-то грудью, занимались этим делом, не идет в счет. В этом плане очень хорошо, поэтому, конечно, нам радостно, когда человек приходит, например, в 40 лет, и если я знаю, что у нее было трое детей, я отнимаю минимум 3 года, и они, кстати, и беременеют хорошо. Проблема в том, что у нас очень часто первая беременность с попыткой доноса этой беременности до ребенка, она возникает именно там в 40 лет и так далее. По накатанной очень хорошо. Наши пациенты, которые получили свою беременность, они второй и третий раз беременеют совершенно замечательно. Гораздо лучше, чем это мы сделали в первый раз, поэтому мы только за. В этом смысле. Я мало что сказала, честно говоря, про беременность, потому что про нее говорить безумно неинтересно. Потому что есть два момента касательно беременности. У нас почему-то в России беременная женщина – это женщина больная. И мы ничего не можем с этим сделать. Мы догоняем вас на анализы, мы пытаемся вас заложить в безумное отделение патологии беременности. Мы вам капаем. Это вот самый безумный воинствующий такой момент, когда мы вам капаем в вены все, что мы знаем с 90-х там, годов прошлого века. Вот. Как бы как беременности суждено, так она закончится. Если вы хотите жить, мы с вами ничего не сделаем.
В Европах, в Америках беременная женщина – это просто особое состояние, которое немножко по-другому работает, немножко по-другому питается, может быть, немножко от чего-то освобождается, но, в принципе, не ограничивает себя ни в чем никак, и самое главное – не пребывает в стационарах. Потому что вот эти вот стационары, когда мы вас закладываем на недельку, на две, полечить от угрозы, это вот тоже постоянная переписка с моими пациентами из разных городов. Как только слышат слово ЭКО, двойня, например, все, ворота домой закрыты, мы ложимся в больницу, цепляем всех, гарнерел, уроплазм от всех пациентов, которые там находятся, госпитальная инфекция – это самая страшная вещь, и, собственно, благополучно теряем эту беременность. Поэтому, когда мы их отпускаем в большой акушерский мир, мы всегда им говорим о том, что сделайте все возможное, чтобы от врачей держаться подальше. Не потому, что мы вам навредим. Есть точки, которые нужны. Нужны делать ультразвуки, нужно делать там гормональный какой-то скрининг и так далее. Но бесконечно ходить по любому пуку, пику и навешивать доктору какие-то вот псевдожалобы и так далее, а даже не навешивая, а просто выслушивая и получая... У нас, знаете, есть же такой замечательный приказ, закон, который, как всегда, не исполняется. Если я назначу пациенту более 5 препаратов, я должна это согласовать с коллегами. Я думаю, что многие из вас выходили с приема врачей, антибиотик, какой-нибудь эубиотик, какой-нибудь гепатопротектор, какая-нибудь свеча против молочницы и что-нибудь еще попить для кишечника. То есть более 5 препаратов, на самом деле, это означает, что мы не знаем, как они друг с другом функционируют в организме. Поэтому все вот эти вот сопутствующие там, иммуномодуляторы, протекторы желчевыводящих путей и во все дыры, какие в отверстиях в организмах есть, мы пытаемся что-то вставить. На самом деле эта вещь не то что неправильная, это преступная. Мы не можем это делать. Если вы получаете такое назначение, вы должны, собственно, потребовать обоснования. Но это плохая практика, уже ссориться с врачом – это другая история. Вот. Но, знаете, по-моему, в Австралии, что ли, есть такое понятие лицензирования препаратов. Оно у нас в России есть. Так вот, на всю Австралию, по-моему, приходится там 120, что ли, препаратов. У нас это одна полка аптеки, к которой вы приходите, понимая, что половина из них дженерики – это препараты, которые сделаны по аналогии, да, чем плохо препарат Дифлюкан. Он отличный препарат. Выпил таблетку, молочницу забыл. По аналогии с Дифлюканом сделано еще 17 рецептур, которые, в принципе, являются Дифлюканом, просто в худшем выражении этого слова. Но они более приемлемы по цене, более интересны, ну и прочее. И, соответственно, они стоят все на этих полках. Поэтому, в общем-то, из наших аптек можно убрать там 3/4 того, что там представлено. И мы с вами никак не ухудшимся с качеством зубов, волос, витаминной насыщенности и прочего. Вот. Это последнее. На сегодня. Не знаю, получилось ли у меня донести то, что мне хотелось бы. Мне было очень интересно, потому что, вот еще раз, да, повторюсь, с чего я начала. Мы очень хорошо знаем, что с вами делать, когда вы у нас на приеме. Мы очень хорошо знаем, что с вами делать, когда вы в операционной, когда мы вас полечили и получили успех или не получили. Но ни вы, ни мы, ни вы-то просто не знаете, потому что вы на это не учились, а мы это учились, но у нас доступа к вам нет. Что и как жить, чтобы к нам не попадать. Потому что все-таки приход к врачу, особливо к нам, все-таки мы достаточно узкие ребята, да, к нам с кашлем не приходит, и с нарушением цикла к нам тоже не приходит. К нам приходит уже наболевший, почитавший, поплакавший, разведясь с пару мужчинами, заимев нового мужчину. Ну, в общем, это к нам путь такой неприятный. Поэтому, конечно, мы будем рады, если хоть какие-то слова мои сегодняшние, в общем, уменьшат количество пациентов, которые к нам запишутся на прием. У вас вообще все отключится, и вы никогда не забеременеете. А кто-то говорит, да что, нормально, печень. Значит, объясню, почему такой дуализм возник. Это опять же потому, что контрацептивы в нашу жизнь входили очень по-разному. Если говорить о использовании контрацептивов по отношению к абортам, это колоссально потрясающая вещь. То есть то, что на самом деле аборт – самое ужасное, что может быть с женщиной, ну, не берем какие-то глобальные проблемы. В 92-м году была государственная программа «Борьба с первой беременностью с точки зрения борьбы с абортом». То есть кто-то там беременел в 16-17 лет, первый аборт, и поехала проблема. Вот эту проблему нивелировали назначением контрацептивов. Действительно, если сравнивать использование контрацептивов 3, 4, 5, 6 лет и проведение одного аборта, все рукой за контрацептивы. Это однозначно совершенно, это ни с каким абортом не сравнится. Проблема тут в другом.
Кто-то хороший и большой говорил, что любая мысль, доведенная до абсолюта, становится неверной. Так вот сейчас контрацептивы, видимо, продав все, что могли, они входят в новую позицию по отношению к вашему здоровью. Позиционируется следующая вещь. Первое, что, наверное, правильно. Рожаю ребенка тогда, когда хочу. Действительно, в общем, наверное, негоже употребляться там, нашим бабушкам, которые рожали, как там сенокос закончится. Эта мысль хорошая, если бы не приводила нас к 45 годам. А вторая мысль, и вот мы тут как раз пытаемся тоже с ней бороться, что контрацептивы стали позиционировать, и гинекологи, к сожалению, вам об этом рассказывают, что вы сохраняете свою функцию яичников, и что яичники таким образом будут работать дальше, потому что у вас не будет овуляций в процессе приема этих контрацептивов, соответственно, вы продлите свою молодость и возможность использования этих яйцеклеток. Это, к сожалению, идет и в медиа, и в наших медицинских документах. Вот здесь я вам четко совершенно скажу, что никакого отношения к сохранности репродуктивной функции контрацептивы не имеют. Они хорошо вас предохраняют от беременности, они вылечивают некоторые заболевания, когда действительно без контрацептивов невозможно, но при этом они, почему вот многие доктора говорят о том, что вы не родите, вы родите, конечно, но с нами. Когда мы с вами начинаем принимать контрацептивы, что мы делаем? Мы повышаем уровень эстрадиолов в крови. Искусственного эстрадиола. То же самое, что мужчины делают тестостерон, уколов себе. Они повышают тестостерон, мы повышаем эстрадиол. Поднявшийся эстрадиол говорит голове о том, что голова, не выделяя гормоны, которые способствуют функции яичников. Она не выделяет, она послушная, и яичники замирают. Но замирают они, есть даже такое понятие, ультразвуковая картина приема контрацептивов. Это яичники с огромным количеством фолликулов, одинаковых, много. То есть мультифолликулярность-поликистозность на приеме контрацептивов увеличивается. А никто из нас не даст голову на отсечение, что у вас нет предрасположенности к формированию поликистоза. И в большом проценте случаев после отмены контрацептивов цикл не приходит. Мы его вызовем, мы нормализуем эту историю. Просто вероятность наступления собственной беременности будет невелика. Поэтому сейчас позиция такая, не наша и ничейная, а, собственно, мировая позиция, что если женщина не планирует беременность сейчас, и она находится в здравом уме и в нормальном возрасте, чтобы она не планировала эту беременность, она действительно после определенного дообследования может принимать эти контрацептивы, потому что это позволяет избегать ненужных беременностей, позволяет в какой-то степени регулировать цикл и так далее. Принимая контрацептивы в течение 3-4-5 лет, все-таки вот этот вот момент отмены, он пока не снят с обсуждения. Хотя при этом, отменив контрацептивы, очень многие сразу же беременеют, что тоже не здорово. Но тут это наш с вами разговор, да, что если мы отменим контрацептивы на 3 месяца, будьте добры найти другой метод контрацепции. Если после отмены контрацептивов вы менструируете абсолютно так же хорошо, как это было до, значит, соответственно, вы можете использовать контрацепцию до желаемой беременности. Если начинаются какие-то проблемы с точки зрения затягивания цикла, дисфункциональных маточных кровотечений и так далее, значит, есть некая проблема, которую контрацептивы вуалируют, а с возрастом она выплывет с точки зрения неполучения беременности. Поэтому коки – это ни в коем случае не зло. Ну, для нас понятно, что зло, для нас презерватив не друг. Но вот в том смысле, чтобы сделать все планово. Потому что вот те же самые иностранцы, да, которые к нам приезжают, они действительно в 20 лет садятся на контрацептивы, в 40 лет они выпивают последнюю таблетку, 2 года помучаются побеременеть, а потом приезжают к нам. Вот эта история контрацептивов нам не очень нравится. А такая нормальная, чтобы институт закончить и от родителей умотать, это, наверное, правильно. Можно вопрос? Все-таки еще было заявлено о том, что вы будете рассказывать касательно спортивного образа жизни после беременности. Вот могу рассказать, я просто не очень знаю, что интересно. После родов, да, там процесс... Значит, не вопрос, смотрите. Значит, давайте сначала в послеродовом периоде, потому что это короче. Значит, родить мы можем с вами двумя путями, да, кесаревым сечением и пернатуралис, так называемым, через естественные родовые пути. Второй вариант лучше, несмотря на то, что кесарево сейчас очень широко тоже шагает по Москве. Ну, давайте разберем пока просто естественные родовые пути. В общем, вы родили, через 5 дней ушли из роддома и забыли весь этот ужас, кошмар. У вас есть 40 дней. Вот эти 40 дней никто не отменял. И мы тоже, в общем, при всей своей там прогрессивности и так далее, 40 дней к женщине очень не любим прикасаться. С чем связаны эти 40 дней? 40 дней происходит эпителизация той плацентарной площадки, с
которой плацента отвалилась. Почему мы вам даем возможность 40 дней помазать, повыделяться, половой жизнью не пожить, и в ваннах не лежать и так далее? Потому что действительно риск восходящей инфекции достаточно серьезен. Не говоря уже о том, что там могут быть травмы, швы, прочее, прочее. То есть это дополнительный вход в ту инфекцию, которая есть. Если женщина через 40 дней, что по правилам вообще-то, набралась силы и пришла на осмотр к гинекологу, и он видит сократившуюся матку, тонкий эндометрий, отсутствие каких-то расползающихся рубцов, недостаточности ануса и прочего-прочего, и, в общем, чувствует она себя совершенно нормально и вошла в некий режим, мы имеем право ее отпустить в спортивную жизнь. В режиме, как мы говорим, бабушкином. Это не значит, что вам брасом 200 метров и домой. Ни в коем случае. Но это означает, что после беременности вы не должны воспринимать себя тем человеком, который достиг пика сексуальной, спортивной активности до беременности. То есть вы понимаете, что вы откинуты назад. И, соответственно, вот те тренировки, которые вы начинаете осуществлять, вы осуществляете с позиции более слабого. Как вот там вы пришли первый раз в спорт, вот там 10 приседаний – это ваше. При этом организм, он же не дурак. У нас почему-то принято считать, что мы лучше знаем, чем наш организм. Он вам быстро отсигналит, если что не так. Вот эта глупость бегать с метражом там, или делать какие-то отжимания, пока из глаз там не похлещет все, что можно, это в спорте больших достижений, наверное, имеет значение. В спорте, когда это идет на здоровье, на наше тем более, нам нужно знать, чтобы, да, вы шли, естественно, по какой-то экспоненте, если это нам надо, или там достигли платы и шли по плату, но чтобы вы не приползали действительно в измотанном состоянии, потому что это будет, в общем, нашу функцию убирать. Поэтому через 40 дней после родов, кормите вы грудью или не кормите, а мне еще нужно, чтобы вы достигли стового веса достаточно быстро, в течение года после родов мы обязаны с вами это сделать. Вот. Соответственно, вы начинаете заниматься собой, если у вас есть на то возможность. Как только вы закончили, ну, понятно, мы не обсуждаем, что на лактации, наверное, не стоит ничего использовать и так далее, как только вы закончили лактацию и достигли своего нормального менструального цикла, вы приравниваетесь к общим бойцам и занимаетесь тем, чем нужно. Что касается спорта во время беременности, здесь вещь очень такая, знаете, палка о двух концах. Есть такой посыл: здоровую беременность ничем не убьешь, больную беременность ничем не вылечишь. Проблема в том, что мы вам не всегда скажем, какая она у вас. Да, есть некоторые тесты, которые позволяют как бы сказать и так далее, да, что если женщина там постоянно кровит, там давление и так далее, наверное, я не пущу ее в зал. Уж точно совершенно, если у нее шейка зашита и так далее. Если беременность у нее протекает нормально, и она физически подготовленный человек, который до этого занимался спортом и так далее, тогда просто снизив нагрузку на определенный процент, это уже будет решать тот тренер, который будет заниматься, соответственно, мы ее можем отпустить при условии хорошего самочувствия. И есть, знаете, такая еще штука, наше иногда лечение зависит от наличия страховки у пациента, это тоже такая интересная штука, но и от возможности пригнать пациента на посмотреть. Потому что иногда возникает даже у наших пациентов, которые 20 лет боролись за беременность, что как только она получила своего ребенка, она здоровая женщина, все врачи ей не нужны. И вот в этой ситуации, да, можно получить колоссально хорошее осложнение. Собственно, там, пробежка не будет с этим связана, она и так бы этого ребенка выкинула. Но, собственно, она этим занималась. Поэтому если я понимаю, что человек вменяемый, и он будет ко мне приходить там, раз в 2-3 недели, я смогу оценить, как растет плацента, ребенок, сколько она веса набирает, какие у нее отеки, что у нее в моче и так далее, ради бога. Но, скорее всего, это все равно не бег будет, да? Знаете как, бег тут тоже, он тоже разный. В Норвегии, например, все сидят на этом, я плохо понимаю, йогинг, по-моему, это называется. Это когда вот эта вот быстрая ходьба. Да, то есть они там по умолчанию всех бегуней, непрофессионалов, переводят после первого триместра на йогинг. Когда они с палками ходят по лесам, по горам, но они действительно ходят. Потому что вот эти вот моменты, они никто не изучал, как они влияют на беременность. Поэтому считается, что до 12 недель беременности, в общем, вы ничего с ней не можете сделать, даже если спицу вся вставить. А дальше уже все-таки включаются уже какие-то механизмы, которые есть. Поэтому все тянучки, стрейчи, слайды, как они еще, пилатесы, ну, в беременном состоянии. Это то, против чего мы не противоречим, потому что это основа, на самом деле, лечебной гимнастики в гинекологии в Союзе еще была.
Да, то есть, ну, понятно, плавание это безусловно. А, там какие-то бани в режиме вышел, погрелся, ушел, а не так, чтобы с ушами горящими, тоже они, соответственно, не противоречат абсолютно. Вот, какие-то перелеты и так далее. То есть, в общем-то, нам как раз наоборот, знаете, вот я очень борюсь, когда вот действительно беременность, знаете, вот это я иду, я беременна, и все вперед. Потому что это не очень правильно, это вышибает женщину, а вокруг же на нее смотрят подружки и понимают, что они так не хотят. И вот это будут мои пациенты, опять же, в тот же самый 40 лет. Поэтому мы всегда говорим о том, что беременность – это просто часть вашей жизни, которая, ну вот сейчас вот такая она такая. Вот такое платье ты оденешь, а это не оденешь. Вот. И тогда люди легче в нее заходят, легче в нее, из нее выходят, и потом повторно, собственно, возвращаются по этому кругу. Как только беременность – это дело всея семьи, и все подстраиваются под это дело, это история, которая нам перестает нравиться, потому что чаще всего, очень часто она, к сожалению, даже у наших ИКОшных пациентов, когда цель семьи – родить ребенка, после рождения ребенка эта семья больше не живет вместе. Вот. Поэтому дитё – это рядом, а вы сами по себе. Ага. Вопрос. Если до беременности активный спорт, а во время беременности активное плавание, практически до родов. Но 40 дней после родов они сохраняются в покое? Ну, пока, ну, знаете как, вы следите, есть такое слово лохи, я просто не знаю, насколько правильно это употреблять в этой аудитории, у всех своя, это самое, лохи – это послеродовое выделение. Как только у женщины эти лохи заканчиваются, да, тогда вы свободны. Наступает беременность. Нет, наступает нормальная жизнь как раз тогда. Вот. Ну, в среднем это 40 дней считается, да. Ну, а у кого-то, естественно, раньше, у кого-то позже и так далее. Поэтому я думаю, вы почувствуете, когда вам имеет смысл идти в зал, а когда стоит дома посидеть тихонько в тепле. Еще что я не рассказал? Все рассказали. Ну, слава богу. Спасибо. И вам спасибо.